Вот, старт, так как там готов. Да, все, Бонич. я тоже готов. Да-да, Поехала готов. запись. Это, кстати, четвертая получается, да, часть трансляции Life Today. Да. Компания веселая из Пуха, Зря, зря вы БСП, Бонивора считаете. и Леонтьева. Что Зря вы говоришь? считаете, читайте трансляции, поверьте. Мы за сотку зайдем, если вы будете нумеровать количество стримов, получится, да. Бонич. Элку, Вот ставь откуда гоу-гоу. пессимистичные ноты? Бонивор. С одной А стороны, что ты надо говоришь, мы нажать? полгода будем Бонивор. проходить, с другой стороны... Ты сейчас какое мероприятие вел, боюсь спросить? Поминки. Вот понятно, почему ты такой грустный. Да, это не боевой настрой. И либо свадьбу какой-нибудь своей бывшей возлюбленной. Короче, страта... Кстати, было такое, что ты ведешь свадьбу у девушки, с которой мутил? Долго думаешь? Да та Жена рядом или я что? Ты вспоминаю скажи всех, просто. я вспоминаю всех, с кем мутил просто. Всех двух, да? Всех двух вспомнил, нет, не было. Поехали. Ну, ладно. Короче, страта такая. Бежим, правая кнопка, всех отталкиваем. Чередуйте правую и левую кнопку, особенно если дробаш. Правая и левая, правая и Да, левая. я буду ниндзей, самураем. Я возьму топор или меч, как только появится возможность. А, Ну, это мы еще посмотрим, кто ты первым тоже возьмет. претендуешь, да? Конечно. Меч это вообще имба. Ну Вовремя ладно, удара я и по ваншот. старшинству уступлю. Фух. Так, это эксперт у нас, режим нереализм, но в челленджи хватает, потому что мы не одни. Ищите центр эвакуации, а заодно где А чё это мы пожрать? опять здесь? Чё за бред? Так мы же решили перепройти. Чё за херня? Мы специально решили перепройти, я думал, это осознанный выбор. Правильно. Бонимур, чё за фигня? Перезаряжаю. Хорошее решение, я считаю. О боже, перепройти. Перепройти изи просто. А вы оставили сейф на случай неудачных 10 тысяч попыток? Зачем? Их же не будет. Все готовы? Нет, погнали, братва. Вообще не вопрос. Погнали. Гоу. Открывай. Ребята, работаем. Не, не Открывай работаем дверь, пока. черный брат. Кто мне там кровью заливает? Все, поехали. Левая, правая, левая, правая, левая, левая, правая, левая. Ой, тут левая, ништяк. Правая, Майкер, спасибо. Есть еще страта, бежать за БСП. Страта за БСП, отойдите, девочки. Взяли там коктейль Молотова, взял. Бам! Ёп, ПРСТ, что-то вы зомби много оставили за спиной. Ведьма прямо по курсу сразу после... Доктор Дрейк, Майкер, ты не должен бить. По дальнему эскалатору идем, ребята. К эскалатору другому, здесь ведьма. Бонивур, аккуратно, черный брат, там ведьма. Я не боюсь бабаек с детства. Погнали, погнали, БСП, не тормози, братан. Они падают сверху аккуратно. Правая, левая, просто срать. Правая, левая, левая, правая. Коджер! Блин, вот кто это там? Игра, Даун. Вот это мясо. Мясо! А, кто там? Визжи. Спасибо. Понятно. Леонтьев, спасибо, что спас меня, братан, блин. Стреляю во все стороны, не знаю, что получается из этого. Это... Пиу! Ну, вроде Пробегаем. получается. Все, все, нормально, пацаны. Курильщик где-то, судя по звуку. Слушайте, а идем-то хорошо. Да вообще да, на вообще пофигу. Супер. Изи. Изи. Изи мод. До первого танка голову изи держи, называется. Голову. Вот Блин, Бонич, я чуть тебя не... И в прыжке. Включи фонарик. Ребят, меня сзади принимают. Извини, Боневу. Приняли, приняли его. Прикроете меня? Я его засейвлю. Волна. Не можем прикрыть, мы уже А, вы, да, не можете. Я понял. Бонич, ну тогда... Извини, братан. Извини, Бонич. На твое место встает коуч. Поднимаю Бонича, вроде спокойно все. Работаем. Сейчас я забегу и полечусь. Работаем, ребята, работаем. Забежал, полечился, подождите. Я сейчас сдохну в реале. Так. А смерть на стриме еще не было такого, да? Вот, тут справа проход. С первого этажа будем драпать. Да. А кто это рычит? Кто это рычит? Это у меня в желудке. Мне кажется, кто-то толстяк или еще Надо кто-то. Дверь закрывать, пацаны. Дрейк учил закрывать. О, приманка, приманка, ребята! Нет, это аптечка, блин. Ладно, Бонибур, волна, бери аптечку. Волна сверху. Волна, я Где волна. Аптечка? Ой. Ох ты ж, ежик. Простреливаю, простреливаю. Да не надо стрелять в нашу Я сторону. Уж всех убил. Возьми, Бонич, возьми приманку. Аптечку, прошу тебя. Ой, тут этот, Жаки. Бонич, ребята, а где аптечку аптечка? Бери. Вон внизу она, внизу, вон, 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 там вон. Там не вон. Аптечка, там пистолет. Как пистолет? Красный пистолет? У меня тут нет вообще красного ничего. Да, Бонич, да вот, ну она, вот, вот она, вот она, вот. Бонивор, раскрой глаза. А, вот аптечка. Лол. Нифига себе.
Вот так, Бониш, у тебя приманка еще есть. Да, ее не юзай. Ее кидать. Она нужна будет, когда будем врываться с первого этажа наверх бежать. Топор только. Я так понимаю, что мы бежим, я кидаю ее вниз туда, да? Ой, ребята, я захожу. Дерьмо, не наступайте. Никто не бежит. Так. Раз, никто два, не бежит, три. Ребят, вообще. Никого нет. Справа, 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 справа еще. Давайте, я их пестолем буду. Справа, кажется, волна. Нет, судя по звуку. Бониш, отходи назад, отходи. Ну, Бониш, ну не стой в дверном проеме, сейчас. Я не могу... Понятно. Я не знаю, я постоянно спиной его. Погнали, братва. Так, аккуратненько, давайте, ребят, мы хорошо идем. Аптечка... Ой, танк. Слышите, танк. Ой, меня там языком кто-то притянул. Языком? Спасибо, пацаны. Да, так, ребят, аккуратно, танк рядом. Рядом а танк. А, нет, есть молотов у кого-то? Будет. А, вот он. Сзади. Не, молотов у меня нету. А, просто сзади кидай, действительно. Вот, кидай в проход. Кинул. Охренеть. Что-то кинул. Ко мне зашел он. Ну все, это, ладно, майкера бросаем. Бонимур, зачем бегите, бегите, хлопцы. Бегите. Там еще жаки за... Тьфу ты, блин. На помощь. Ай, кинули меня. Ладно, минус один. Пошел второй этаж. Пошел второй этаж. Помогите, помогите! Кидаю это свой вонючку. Кидайте вниз ее, да. Я вонючку уже. Боневора цепляет. ХП мало. Скорость перемещения снижена. А где танк? Находится все еще на втором ярусе. Помогите мне! Так, Боневор получил еще удар. Боневор! Поднимается на третий ярус. Пас танк там очень близко к вам. Боневор один удар остался. Сейчас упадет. Да, но за Варианта! Врагу не сдается наш гордый варяг! Минус Боневур. Ух, беги. Эй, мне тут срочно нужна помощь! Пух остался один. А он там к сирене близко вообще, нет? На, тварь! Помогите мне! На! Ты танка пытаешься убить, что ли? Держись. Я в сортире! Я в сортире! Мы его теряем. Все. А почему так, у вас не появился? Сейчас танк сломал, конечно. Я что-то подумал, что у меня граната, а не зеленая. Почему танк появился сзади, кстати? Такой вопрос. А почему бы ему не появиться сзади? Ну, обычно появляется не телепорт. Доктор не Дрейк, телепортом. Ты видел, как я играю? Ты понял, да? Что ты в моем обличье сейчас на стриме. Мысли не очень, пацаны, я до сортира дошел. Не жуй. Бери аптечку и поехали. А, подождите. Я взял снайперку. Ну чисто посмотреть. Молотова прям по курсу. Тут где-то ведьма еще на первом этаже. И волна, погодите, никуда не идем. Значит, их прям много. Шли мы идеально вообще-то. Да там нам танк сломал, конечно. Все, погнали. Пацаны, ну потому что надо как бы сортиры проверять либо вместе, либо держаться, и либо вообще никак. Потому что... Мы могли танка отфокусить, а в итоге один был в одной комнате, другой в другой, и все. Погнали. Аккуратно. Ведьма на втором этаже, минус фонарь. Фонарь я выключил фонарь. Боневур, ведьма, осторожно. Обошли, хорошо, обошли. Фонарики включайте. Давайте сразу решим, если мы увидим танка, что мы делаем? Смотря какая позиция, откуда он бежит, то есть... Но от него уйти все равно нельзя. И почему пока можно? Ты его не убьешь, вы не резко... Если у тебя зеленые ХП, то беги вперед. Да, откуда? Громила. Хантер. Да как ты не умер-то, Вась? Тут Молотов. Еще один Молотов, ребят. Я возьму. Блин! Да ладно, Майкер. Да, еще по Боневору я выстрелил. Отлично просто. Перевязывайтесь. А, стоим? Да, стоим. Мне надо перетянуть раны. Боневур, позащищай меня. Два отличных выстрела сейчас было. Майкер, пожалуйста, прикрой, пожалуйста. Прикрою, прикрою без проблем. Так, все, ладно. Полегчало уже? Да, все, погнали. Майкер, аккуратно. Пацаны, нам нельзя... Что там, тянет. Все, нормально. Поехали. Боневура, ПКМ нажимай. Там сверху да. Кто-то еще. Там курильщик просто. Танк. Ой, ребят. Там танк. Так, ребят. Танк, что делаем? Молот. Кайтим, убиваем все, молот. Всю мелочь, во-первых. Танк, Молотова мне, кидаю. Иди к папочке. Я проматывал как... О, а, все, нет, нормально, поджег. Попал. Но так он меня тоже попал в свои плитовы. Ну ничего страшного. Сейчас главное не стоим на месте, убиваем мелочь. Танк должен сгореть. Ах, скотина, поднимите, ребят, пока он еще не около меня. Пытаюсь поднять на халявку. Сверху падают гады. Поднял, но упал.
Аккуратно смотри на танка, чтобы он тебя там не минуснул. Ты меня, я тебя, видишь, как... Так, я пойду блонича попытаюсь обойти. Так, уходим от него. А чё он не сдох до сих пор? Он горит долго, да. Нет, о, боже. Нет! О боже! Самолечение. Давай, ребят, можем. А не меня, должен вроде меня. Прострелить. Стреляет! Есть пока время. Он берет камень, уворачивайся. Понятно. Все. Сейчас догореть должен. Да что ж ты... А, съел, сволочь. Стреляйте, ребят, стреляйте. Все есть. Пацаны, минус. Я красавца. Красный. Надо... О, чарджер! Аптечку! Да какую аптечку? Убейте этого. Фу. Дайте зайти, вот. Ребят, я очень битый. Если места много, то танк кайтится. Ребят, прикройте, я очень битый, мне надо полететь. С дробашами как-то он херово кайтится. Мне как-то подкинуться да. Надо. Все нормально. Танка есть. Ну, бонечки, так, есть у кого-нибудь это блюдо? Тут молотова лежит, ребят. Может, молотова кто возьмет? Ух, стой на месте. БСП, подлечи, пуха. Ой, там... Курильщик! Спас. Спасибо. БСП, ты меня не подлечил. Да я отвлекся. Там волна, Миша, принимай. Давай, черная девочка, лечи меня. Спасибо. Вообще без проблем. У меня 8 хп, спасибо, БСП. Ну чё, пацаны? Нам так, бери... здесь Молотова лежит, еще раз повторяю. Ну бери майки. Да нет у меня места, я беру, если есть БСП, место. БСП, всегда. БСП, я возьму. Не, ой, по нему, пожалуйста, тут... только не ты. Выбил. Правая кнопка решает, конечно. Туда им туда, в проход, да? Вниз, не проход, там. Нет. Я понял, Молотов... вниз, там. Молотов... Там что-то валяется сзади, ребят. Молотова надо кидать только взял в этого. Хилку. Вниз. В танка. Но танков больше не будет вроде. Ну, какое-то время я еще поживу. Танка не будет больше, да. Проверяем комнаты, берем ништяки, заходим желательно подвое. А можно и не подвое, если знаете, что справитесь. Адреналин. Кто-то верещит, вы слышите? Это я стреляю из пестика. Взял адреналин, ребят. Там ничего нет, да? Слева толстяк, судя по звуку. Так, ладно. Не подходите близко. Да, подойди, толстяк. Пусть он выйдет. Давай-ка. А, он я не зад выйдет, прикрываю. Там дверь закрыта. Сзади волна, приму. Вы с толстяком, главное. Справляйтесь. Ну что, Серег, хайтишь? Да вон он там. Все. Давай, пошли. Готово? Так, тут ничего, монтировка просто. Монтировка, ребят, но это не так, очень. Здесь Жакей. У нас... Жакей, да. Где? Сейчас, подождите, он придет. Молодцы. Молодцы. Так, быстрый хил, и едем дальше. У кого-то есть отвлекающие? Давайте я со снайперки поснимаю всех, подожди. Я хочу лопату. Давай, стреляй по мелочи. Только не по зеркалу, да. Не попадите, умоляю. Потому что Бенур, пожалуйста. Только одна бомба только у нас. Не по зеркалу. Ну все, вроде всех снял, кто там в комнате. Давайте еще, подождите, сагрим еще и отойдем внутрь. Кто-нибудь возьмите адреналин. Нет. Сразу прорываемся. Вон он, вижу. Адреналин. Тебе идет. Охотник. Вот они сверху падают. Вон там еще зеленый за стеклом. Прям по курсу. Но это стекло мы убьем тогда. Стоп. Аккуратно, еще один стрелец. Надо идти. Да, ну давайте. Мы долго стоим, ребят. Я готов взрывчатку кидать. Кидайте только что-нибудь. Готово? Поехали. Давай, погнали. Все. Налево или направо? Без разницы, налево. С богом. Адреналин, кстати, Бонич, у тебя есть. Богом? Знаю, но есть только зомби богом. Жакей сзади, Бонич, отстрелись. Отстрели по нему. Готовы. Да, блин. Стрелы меня тут же пришили. Нельзя. Не выручайте меня, ребята, идите. Пипец, идите, я здесь задержу. БСП за тобой. Ага. Давайте, ребят, я задерживаю. Волна сзади меня жрет. Сколько их тут всех-то? Кто-нибудь зайдите туда, постарайтесь пробиться. Та-та-та. Понятно. Пробивайся, Миша, мы с Пухом задержим. Ага. Ты отключай, и нас успеешь резнуть еще. Да, конечно. Понятно. Конечно, успею, блин. Я чередовал удары с катаной, все вроде делал правильно, переключил, когда у дробаша не было патронов, но все равно там. Там просто они оттуда прут, их невозможно туда пройти как хорошо. Как стрельки нам прошли? Что вы кинули там туда? А там мы отвлекалку кидали. Нам нужен жир, вот эта вот слизь, это по пути где-то ее найти. Найдем, будет хорошо.
Ну да, еще чтобы танк удачно попался. Лучше бы вообще не попался. Да, он может оказаться, что нужно пройти и все. А такое может быть? Проход нужна бомба. Да ни у кого бомб не было к тому моменту. Мы же ее отвлекаем тут. Все, побежали. Мы погнали. Кидаем бомбу сразу, как только врываемся. Ой, потому что много. Ну, чтобы... Много? Пошли, пошли. Блин. Ну все, понятно. Я по Боневору уже стрельнул. Зафейлил. Прости, Бонич, пожалуйста. Молотова здесь. Поднялся. Я взял. Ну ясно, меня уже... Я не ушел, просто скорости не хватило. Забейте. Бонич, извини. А там можно его. А, мы можем Бонича резнуть по пути. Бонич, ты умри, главное, быстрее, не отстреливайся. Хорошо. Да. Хотя, может здесь быть, ну там. Оружие. В общем, да, чем быстрее умрет, идем? Он тем лучше, да. Я еще... колени всем просто. Я с другой стороны спускаюсь, ребят. А, я думал, это Миша. Проходим очень быстро, давай. Проходим и направо. Не на эскалатор следующий, а направо. А Миша, не факт, потому что. Ой, бомба. Я взял, взял. Я взял какую-то кто-то... херню. Это слизь, а не аптечка. Бонич может появиться рандомно немножко. Блин, ну плохо. Вот в чем минус. Надеюсь, в той комнате, куда вы потом зайдете. Я бегу. Блин, за Бонича. Игра вообще. Ой, за... Ой, там... Убейте. Не могу. Это пуха вообще приняли, хорошо. Так, ой, много народу мой... там сзади. Заходите, заходите, заходите. Он в ближайшей комнате же говорили, после некоторого... Крижакей! Да это какой же это Хантер. Спасибо, Лео. Ой, еще плевальщица убил. Если бы я еще по тиммейтам не стрелял, было бы вообще замечательно. А то... Ух, подхилейся. Подхилялся. Отлично. Всё. Там что-то лежало еще, по-моему. Кто-то рычит, Бонивур, ты? У меня есть топор. Танк, ребята, отходим. Блин! А, как мы его отойдем? У меня есть коктейль. Ну и чё? Кидай. А как перелазить, ребята? На тебе, говняшка. Надо дверь закрыть. Макер, извини. Молодцы. Да, я понял. А чё дверь-то закрыть? Смысл? Я умер. Что танк горит, БСП. А он же дверь пробьёт. Закрывайте, закрывайте, да. Пусть закрытая. Открывай дверь. Стреливаемся, пуха. Кто-нибудь должен выбежать из вас. По возможности. Понятно. Помогите, помогите! Да, вот это один из самых неудачных моментов, когда может появиться танк. То есть кайтить его здесь невозможно, разводить да. тоже невозможно. И, наверное, в такой ситуации нужно просто волевым решением брать и фул ДПСить его всем втроем. Ну, наверное, надо только, чтобы у нас не у всех три дробаша было. Вообще дробаш самый мощный же получается. Ну, да. Не для кайта вообще. Ну фиг знает, по-моему, самое то. Там некуда кайтить просто. А, идем? Кто-то открыл? Гол. Да, погнали, гол. Погнали. Ладно. Осторожно! Осторожно! Просто бежим. Осторожно! Кто там? Что осторожно? Ведьма, ведьма, аккуратно, выключи фонарики, сразу у выхода. А, да. Охренеть, направо, уходим. Ведьма плачет. Все за мной идут, да? Да, да. Да, да ну что ж, я жирный такой. Проходи, проходи, Бонич, сюда. Сюда ко мне. Шок. Жакей справа, Жакей, аккуратно. Это, да или нет? Сзади, сзади, сзади приходят, обернись. Да, пайп-бомба это то, Майкер? Какая? Которая отвлекает или нет? Не-не, ну это... Ой, это чарджер сзади. Убил. Так, у Боневора так, ХП, он шрамает. А что такое пайп-бомба? Слизь, 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 не идем, Боневор, не иди наверх, не иди, не иди, здесь стоим. Отстреливаемся, пока слизь не ушла. Блин, ни хрена не вижу. Закрывает. Сзади, сзади! Бонич, давай, перевязывайся. Перевязывайся. Сейчас перевязывайся, я прикрою тебя. Хорошо, здесь прям на эскалаторе. Да, давай. Давайте, пацаны. Перевязывается, Бонич, он хромает же. Поехали, работаем. Тут вся игра сводится к неким стандартным ситуациям, моментам, которые нужно просто правильно отыгрывать и бежать вперед. Задрочил туда. Так, берем, бежим налево. Чтобы налево? Не было ситуации, что ты не знаешь, что делать дальше. Ну да.
Налево? Да-да-да. Да-да-да, сюда. Проверяем комнаты аккуратно. Вы знаете, что там есть. Могут быть, точнее. Там жаки где-то. У меня нет. Я слышу его. Вообще ничего нет. Вон, прорывается слева. Да, вон он. Сзади! Минус. Берите сзади, а спереди. Там спереди уже ничего, по-моему. Ну, мало ли. Вы на так. Этих тратьте пистолеты, а то у нас потом. Ой, тут толстяк! Блин, ребят, меня беги заразили. Иди назад, Миша, назад, беги. Я ушел. Все, да, стой назад. Между нами. Миша. Сел я, в общем. Сел, вижу контур твой, стреляю по зомбарям. Перезаряжаю. Он еще живой, да, толстяк? Да нет, он взорвался. Я слышу его. Так, тут гранатомет. Блин, вот. О, здесь он взорвался. А, какой толк? Все, защищайте меня теперь. Зачем? Почему? Ну, потому что я на меня. Сзади, сзади! Толстяк на меня того. Защищаем, защищаем. То есть, как только толстяк, то сразу волна идет. Да, на человека? Ну просто они бегут на эту штуку, как бы. Боневур, ну ты. Аккуратно. Да я дьявол. Надо там будет подлечить конечно, БСП. Заняли позиции. Ну блин, ты еще стрейфишься. Лечите БСП, ребят. А у меня есть аптечка, я сейчас хильнусь. О, так. Лом, это мое. Я возьму обычный хил. У нас есть бомбы какие-то? Давайте лечимся, у меня хоть 50 кп, но... Шру, адреналин, все, гоу! Бомба только одна. Только одна бомба. Все, ладно, погнали. Смотрите, поехали. У меня есть бомба вот эта. Ее сразу кидать вниз? Че, сначала... Гоу? Ну... Погнали, все. Поехали, поехали, ребят. Кинул. Куда кинули? Вниз? Вниз, вниз. Да, вниз, отлично кинул, они пошли. На первый этаж кинул. Ребят, все четко делаем, инфу передаем. Ой, этот, спаси... Да, молодцы. Все, я сломал. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так, вот так. Ребята, вот защищайте так. Меня. Я тоже вперед бегу. Я уже у комнаты. А? А, да, у комнаты, но здесь что-то вообще жесть. Кнопку, главное, нажмите. Да, кнопку нихера себе, лом просто решает, я в шоке. Ну, кнопку нажал. Все, ну, теперь, блин. Главное, не умрите. Да уже, как вот не умереть? В угол, Миша, в угол. Да, пипец, ну как? Ну я ведьму сагрил, это моя вина, я просто ее не увидел. Ах, сколько блин. Их так много, я в шоке, мы же там все. Надо было кнопку жать быстрее, но я не мог прорваться к ней. Короче, если ситуация, у вас есть мили оружие, то жмитесь спиной к стене. Надо всегда спиной к стене жаться, всегда просто за стены бежать. Иначе потому что чередовать удары можно, если только тебя не бьют с фланга или со спины. Так, что, погнали? Угу, погнали. Гоу. Поехали. Классная игра, конечно. Да, шла. Ну откуда вы поналезли-то? Майкер, ну ты там где, ну? Да, всегда я тут. Ладно, Майкер сам. Все нормально, я распрыгиваюсь, сам себе, как да. В КС. Тут, кстати, может... Ой, тут танк. 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 Есть такой? Ну молот. Все, отхайтиваем, тут его, чё? Молотого давайте, нет. Я говорю, вы кайтесь, давайте. Все, фокус, надо, кстати, танк. Пройти, посмотреть, может здесь что-то есть из... Да, конечно, есть, наверняка есть. Ну, нужен молот, вопрос, четко. Да не, бегаем вокруг вот этой херни. Где так, он? Что-то есть. Вот он. О, гранатка. Я его не вижу, что-то. А, да вот он. Да что ж ты не умираешь-то? Так, тут ничего вижу, нет. Вижу. Да вот за этой удачно бегать, Майкер. Я понял. Ах а ты, кто говнюк, там словил? А? Поднимите меня. Ну, это легко сказать. Сейчас. Он на меня сагрился или нет? Не-не-не. О, вот сагрился на это. Пытаюсь поднять бонище пока что. Давай, бежи. Только не агри дальше. Понял. За мной бегает, я его кайчу вокруг. А пуха как-то поднимать-то? Только вот что делать, вот когда он так делает. Вот здесь его удобно кайти. Да-да-да, очень. Хотя он забирается наверх. Ай, убил пуха. Хера себе. Но его можно будет попробовать воскресить в этом. Все. Есть. Гасит он на мне джагу. Стал. Так, во-первых, аптечка. Бонишь, юзаешь аптечку, берешь следующую аптечку. Быстро это делаешь. Не, дальше. Плохое. Миша, возьми другое. Да, не взял одинаковый. Аптечку, готов. Магнум еще. Теперь... Пух должен внизу, кстати, быть, поэтому да. Вниз направо. Все, бежим. Жмемся на стены. Ребят, сори, я вступил, тут зомби меня цепанул.
Ладно, нормально. Ну я бегу. Сзади у вас много зомбарей. Вот что-то вроде волны, 8 человек. Ну ясно, мне прям в лицо прилупил. Да, я вижу. Кто-то. Бонни, сейчас стреливайся. Сейчас они к тебе подбегают, конечно, я. Прикроем как сможем. Сзади еще подходят. Миша, точно спереди, если по ходу. Бонни, стреляй по ним, я тебя умоляю. Да твою мать! Что ж я вам намазан, что ли, чем? Ну, вообще, да, тебя же это... Ты вообще-то черный, но и зомби тоже расист. Поднимаю. Ух, классная игра, конечно, классная. Может, у меня адреналин? Где-то я же его поднимал. Какой адреналин? Ты хромаешь. Вот, есть адреналин, есть адреналин. Вон, плевальчик. Еще есть. Так, тут граната лежит. Давай, могу бегать. Бонич, у тебя аптечка еще, кстати. Я знаю, знаю, давайте добежим. Я пока на этом, на более утоляющих. Тут не зарезать, ребят. Я там более утоляющих. Ребят, направо надо. Зарезать? Ребят, идем вперед. У меня патронов еще маловато, к сожалению. Направо надо было. Вы куда побежали-то? Там никого нет, был бы контур. Какой направо? А, нет, есть. Толстяк! Действительно. Спускаемся, Бонич, вниз. За мной. Там я что ли? Я пухарец. Ой, да-да-да, там пух. Выходи, пух. Ой, тут вал. Ай-ай-ай. А как мне выйти из этого сортира теперь? Ясно, волна. Бонич, а что ты там стоял-то? Так мы что, нам вниз должны? Я говорил тебе, Боневор, идем вниз. Все, я не послушал, остался наверху, все. Ладно, ресните. Спасибо, я просто из сортира должен. Патроны кончились. Погнали. Да они не нужны. Окей. Сзади. Там плевальщица, аккуратно. Куда нам? Да чёт, мы не туда зашли. Да, Майкер, назад, вот сюда. Я помню, да, куда бежать, просто отстреливаюсь. Оружие. О, оружие. Там Хантер еще, ребят, аккуратно. Внутри? Да. Танечко. Все, у меня минус все патроны и Жаки еще. Мне надо подлечиться. А, у меня нет лечилки. Аптечка есть одна, могу на тебя заюзать ее. Ой, спасибо, только на меня, не на себя. Слушай, ты обижаешь? Майкер, ты просто 5 раз себя подлечил в прошлый раз. Ну хорошо. Жакей справа. О, спасибо, спасибо. Это что? Так, дробаш, я бы взял. Я возьму. Да. Ну, ты не меня бегай, не попал. Да. Тебя, сзади еще волна небольшая. Но я, Майкер, разберусь. Все нормально, я умею. Научился от твоих пуль уворачиваться. Уже. А, нет, большая что-то она. Нифига себе. Жакей, Жакей рядышком. Вон он! Нет, не он. Да нет, он прямо по курсу где-то. Да сзади он за ящиком. Нихера себе, а что это за дробовик такой? Да, Миш, он здесь просто застрял, видимо. Майкер, что делаем? Тут лежит бомба. Бомбу, пух, возьми, иди. Пай бомбу? Да, у нас их 3 целых теперь. 3? Да. Нихера себе, можно просто. Так, я слышу крики опять. Там толстяк где-то засел. Пух, будь аккуратно, где-то он там. Вот. Хорошо, проверим. Я пока вот так. Ты проверяй сам. С пестика. Оп. Вон он верещит. Оп. Ничего нет, к сожалению. Так, я доктор Дрейк. Оп. А, там этот. О боже. Чарджер. А чё боже-то? Ну, куда ты, Пух? Я с вами, все нормально. Я просто читал. Извините, пожалуйста. Сзади. Спереди плевались. Сзади БСП тебя бьют. А я думал, пух там отстреливается, ну ладно. Я сзади отстреливался. Где Майк? Меня сзади били. Ну ладно. А почему минус все патроны у меня? Как так быстро? Перезаряжаю. Ну ладно. Может, забыл вначале зарядиться? Да, я только что подобрал оружие. А, ты мое подобрал, я его выкинул, потому что. А, да. Я взял новый дробовик, автоматический какой-то. Это мой был пух. О, патрон, кстати, да. Боеприпасы здесь. Мне тоже дробовик бы не помешал. Есть где-нибудь дробовик здесь? Вот здесь вот. А, нет, АМ-ка, извини. Так, мне бы хилку. БСП и мне хилку. БСП. Сожрали сразу. Да как? Ну... О, мили вепон. Yes. Сожрали более удаляющие. Майкер, съешь в этот пузырь. Пацаны, может, лучше аптечку? БСП, короче, тебе хил. Лучше меня подхили, а сам аптечку сожри. Так я Леонтьева тогда подхиляю лучше. Да, да. Давайте, да, быстрее. Короче, план такой. Вас. По очереди по КД кидаем бомбы на первый хорошо этаж просто. И кто все. Первый? Я первый кидаю. Давай. Хорошо. Потом БСП, потом я. Давай. Все, погнали? Все, погнали. Раз, два, три. Эй, осторожно! Сразу кинул. Бомба пошла. Кинул. Кинул я. Следующий кидает уже. Кидайте. Пошло. Ладно, да как? Меня, Хантер, забейте, бегите. Еще у кого-нибудь есть бомба? Нет. У меня была, но... Плевалка!
Я даже не заметил, как он прыгнул, видимо, сверху. Курильщик. Курильщик, пух, давай быстро. Отлично. Вон там освободи. Кнопка. Закрывай дверь сразу за собой. Вот надо здесь. Здесь отвлекательная хрень. Стреляй, 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 стреляй. Аптечка есть на столе, ребят. Дайте я пройду, блин. Да. Открыл давай, дверь. Там еще жокей. Ребят, жокей. Бонивур. Пипец. Я же Бонича выпустил, нет? Бонивур, ну и чё? Пипец. Во-первых, если вы заходите сюда, закрывайте сразу же дверь. Мы закрыли сразу дверь, ее только что проломали. А как вы там с этими с зомбаками с одной-то стороны не справились, а? Я Бонича освободил сначала, потом начал защищать дверь. Видимо, надо было сначала. Втроем там, по сути, отдались, да, на зомбаках? С одной стороны. Гоу. Короче, ну, ладно, нормально. Неслась. Финале. Ищем пайп-бомбу все. Она была там, кстати. Я как-то пошел необычным путем. Очень необычным был, Миш. Блин, я отстал. Ты, Миша, далеко. Ты Мишу подождать надо, наверное. Ладно. Зато по Бонивуру стрельнул. Фух, не торопись так. Ладно. Get pipe bomb, где она? Да она не всегда гарантированно появляется. Нет, у меня тут нарисовано на где-то, я не могу понять. Ага, тогда да. Много ребят как-то тут. Где-то написано get pipe bomb. А кто? Пух, не забей, если мы двигаемся вперед. Пипец. Не понял, а где все-то, ребят? Вы чё? Пух искал пайп-бомбу. О чем, собственно, меня языком. Ладно, короче, за... такого быть не должно. Если кто-то откалывается без команды. Вот она, за ящиком, пацаны. Бонич, ты опять что ли словил? Охренеть. Это. Я умер. Нельзя так пух делать. Ладно, ты понимаешь? Мой фейл, пацаны. Бонич, терпи. Ну, я просто знаю, что пайп-бомба это наш единственный шанс. Если есть возможность, воскресите меня снизу, в дальней комнате. А где пух? О, Бонич, побежим за пуха забиваете, нет. Хорошо. И лечусь, подожди, БСП. Сейчас я пару. О, сверху что-то красное. А, я понял. Да твою мать! Да твою мать, вы чё, охренели? Кто там хочет меня потроллить? На расхват сегодня. Так, сейчас я пойду попытаюсь воскресить Мишу. Не только меня, там еще пух будет, если вы доберетесь. Да. Бонич, не туда, вниз, говорю же, внизу комната, где воскрешение. Там же сзади. Силуэт нарисован, Бонич. Ой, меня зажали. Аккуратно, зажали меня. Блин, Бонич, ты один остался. Три зомби впереди. Фонарик. Ресай сначала, если там кто-то есть, иди ресай. Ресай, это Майкер, Майкер в сортире. Ты прошел. Ты пробежал мимо. Бонич, ты можно, ну да, красава. Спасибо большое. Все, и меня можете даже поднять. Давай. Только там волна, поэтому аккуратно. Иду, 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 иду. Поднимаю, поднимаю, я поднимаю, Миш, прикрывай. Прикрою. Блин, тут их много. Я упал. Бонивур, давай, ты один. Правая, правая, правая. Да просто всех... отходи и всех поднимай. Все, никого уже нет. Ну давай, вставай. Гидоп, гидоп. Помогите мне! Молодец. Спасибо за... У нас нет времени на это, вставай! Подлечитесь. Хорошо, что нашли место, где можно вот так вот поднять пацанов. Да. Бонич, дай, дай таблетки, Миша. У меня есть. Ой, там нужно ж... Есть спасти таблетки, еще, Миш, смотрите. Миш, Миш. А, вон еще о, один. Вон пух еще. Иду, 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 иду. Миш, на таблетки. Кто вытащит меня отсюда? Спасибо. Так, сразу говорю плевальщица наверху, аккуратно. А где таблетки-то? Беру таблетки. Ага, спасибо. Ну, какое-то время я еще поживу. А мне оба, там... нет, блин. И еще хан. Охотник, то есть. Пипец. Защищает меня. Нам нужны патроны срочно. Все нормально. Ведьма наверху, аккуратно, минус фонари. Нам бы еще танка сюда. Твою мать, ведьма сразу у двери, мы даже мимо нее бы не пройдем нормально. Нет, пройдем, пройдем. Ну давай. Какой-то на двери. А вот она. Она уже волнуется. На пофигу, проходите. Пацаны, пацаны, она согрелась. Меня. Все понятно. Дерьмо. Она просто не любит других девочек, я прихожу к этому выводу. Хрен я в текстуру упираюсь. О боже, она сагрилась реально. А ты-то... Я был последний. А почему она на тебя-то сагрилась? Кто отвалился, ребят? Она была прям в двери. Ребята.
Кто отвалился? Никто не отвалился. Кто-то отвалился из скайпа. Бонивор. Бонивор, скорее всего, да. Да не, я нормально здесь. Так... А чё меня воскрешает? А, ну ладно, да. Мы я можем полежу... попробовать воскресить, если подтянем сюда ящики каким-то макаром. Или не, вы подставим. Кто-то сядьте, а другой на него... А, сядет. Давай попробуем, действительно. Иди-ка сюда. Это разработает Counter-Strike? Там волна, кажется, судя по звуку. У нас ноу-хай. Да, забейте, я подстреливаюсь. Ладно, бегите вперед. Меня запинали. Авось повезет. Чё там волна не очень серьезно. ХП все равно право, мало. Налево. Ой, тут же... Лево, лево, Бонич. Так, 21 хит. Ну, вам повезет, если найдете патроны и аптечки сейчас. И бомбу еще. Так, поэтому аптечка шарти... это редкость вообще, шарти... Бонич. Проверяй аккуратно комнаты, но аккуратно. Шарти вообще везде. У нас ни бомб, ничего. А мы вдвоем, да? Да, мы вдвоем с тобой. Что-то я испугался опять Бонивура. Сейчас две комнаты будет. Да-да-да. Там будет временный хил. Охотник, Бонич, отойди оттуда. Где? А, это сзади у вас. Ну, в соседней комнате, в общем, аккуратно. Он сейчас выпрыгивать будет. Миша, готовься. Слева? Да, понятно. Пипец. Ну вот и чего, надо было просто ему с приклада... И толстяк еще! Ну, охренеть. Удачи. Гамбургер вам такой. Давай, Бонич. А что тут давать? Ты уже ничего не дашь. Да, все, минус я. Жердяй сзади. Ну они еще и сзади обошли. Да, вдвоем, конечно, сложновато еще. Так, ладно, пацаны, я понял тенденцию, мне нельзя умирать. Да ладно. Так, погодите, всё, волна. Всё, с таким дробашом мы должны затащить, погнали. Да, дробаш хороший. Да открывайте, ладно. А чё открываю, ты видишь, что там? Ля-ля-ля, оп, майкер. Вот теперь пойдемте. Погнали. Да какого хрена я застрял в этих текстурах? Лут вижу. Взял хил. Хил? Это такой легкий. Сзади довольно много зомбарей бежит. Ну так что, мы их принимаем или нет? Нет, нет. Хотите. Бежим. Погнали. Танк. Наверх, наверх. Так, наверх и кайтим, ребят. Сзади зомбарей принять нужно. Бонич, куда ты? Ну, Бонич, ну что ты? А где танк-то? Да внизу. Вон, а вон он, вижу, все. Бонич, ну... Что, Бонич, что? А чё ты встал-то в круге? Потому что я не могу двигаться, меня зажали. Ой, зажался. Потому что свят круг помоги. Так, нет, я не могу здесь пока стоять. Воскрешать, и танк еще бежит, охренеть. Стреляет. Блин. Так, я в дальний угол... Поднимать, кто там остался. А, понятно, я один остался. Опачки. Успею. Что, за доджил? Нет. Рискуй, без маневра никак. Не-не-нет, можно. Вот что ты точно не успеешь. По-другому эскалатор, Миша, да, это понимаешь? Понятно, но я застрял немножко здесь. Нормально, нормально, давай. Темнеет в глазах. Почему темнеет? Аналогично, Бонич. А, у вас? Это да. Ничего, зато сейчас танк минус, и можно на первом этаже наш резнуть. Миша, за колонну. Лично. Пытаюсь. Да все, там у него еще пару-тройку и все. Тысяч ударов, нормально. Да нет, вот сейчас за решетку. Отлично. Все, жди. Темнеет в глазах, пацаны. Майкер, я перед смертью... Писец. И у меня вместе с тобой потемнело тоже. Тарелочкой. Он на опережение еще кидает. Я вот, да, это... Он круто кидает, он меня вообще с дальней дистанции с полкарты кинул. Так, все собрались. Понеслась? Там волна уже. Господи. Все, волна, ждем тогда теперь. Там сразу хил лежит. Да, вижу. На таком расстоянии стреляет, говорит, огру.
Так смысл-то в том, что ты должен дистанцию держать, Василий. Подойдешь слишком близко для того, чтобы эффективнее дробашом работать. И очень сильно рискуешь, что уйдешь с удара. От пары шагов удара. Тем более лаги еще какие-нибудь могут быть. Естественно, его лучше с пулемета или со снайперки с большой дистанции расстреливать, но, блин. Я, пожалуй, возьму снайперку. Такие специалисты просто. Так, тут много зомбарей. Да, надо было обходить по другой стороне, наверное. Ах ты ж, цепанули. Сразу ну как, стороны. Ну... Это я нечаянно. Я все, я минус. Иди резай пока его. Я иду, Майкер. Майкер! Конч, стой. Я не бросаю своих. Я уже расслабился. Спасибо. Да нет. Сейчас я аптечку завязаю сразу же. Нормально, погнали. Я прикрываю тебя со своей снайперки. Ой, там идет. Слева для тебя. Я вижу. Опа-на! Опа-на! Ты видел этот хэдшот? Ты видел? Бонич вандализмом пока занимается. Что-то ни штыков не видно. Ладно, хорошо. Вниз по эскалатору. Там танк, судя по звуку, нет? Танк, да. Да, это танк. Топает. Также сверху чистим мелочевку. Он поднимается. А где он поднимается-то вообще? На! А, вон он. Могу спрыгнуть, попробовать хильнуть, если он убежит в другую сторону. Не, он бежит ко мне. Охренеть. Нормально, но он совсем не появляется. Он кидал. Это все старое. Там еще и чарджер. БСП. Вижу. Блин, мы можем? Дай, ни хрена не вижу. Где он? Вон он. Я понял, пока пойду ресну. Так, я пойду хильнусь. А то что-то мобильности никакой нет. Так, бежит он по левому В-части. Я иду резать пуха тогда, получается. Он кидает камень внимательно. Отлично, минус БСП. Прям сразу минус? Прям, ну он же ваншотает, чего. Поднимаю пухом, пытаюсь. Отстрели зомби! Да, у меня перезарядка. Подняли. Откуда раз. Тут новые зомби? Я лечусь, Майкер. Так, надо еще поднять, да, получается? Нет, зомби не появляются вообще новых, когда танк... Ну просто, видимо, они дальше. А где он? Вот он. А, понятно. Чекпоинт вот такие. Ой, сейчас скажи, мне прилетит. Давай, Миша. Он, а может быть, не успеет, пока будет обходить. Вставай. Кидает. Ой, сейчас зали... Не, он в стол попал. Хорошо. Значит, так, двоих давайте. Можно поднять справа. Эй, да как? Да кто? Кто-то плюнул в меня. Он забирается, он здесь. Я должен хильнуться, иначе я не смогу просто от него я бегать. Я попробую его задержать. Да как ты попал? Я же за колонной стоял, Вась! Охренеть, я лежу вообще. Вроде специально ушел, видел, что аккуратно БСП. О, подняли, молодцы. Он сзади идет. Я вижу. Я пойду поднимать. Не знаю, успею ли я Бонича поднять, а потом тебя. Ух, ты можешь поднять Бонича, попытаться? Зомбарь идет, давай. Я отстрелю его. Хорош вообще. Стреляет, он не туда стреляет, отлично. Ну, снова выстрел. А нет, да, выстрел. Сейчас попробую за колонну. Четко же стою. Все хорошо. Он даже на себя кидал. Я застрял! Да, твою там сзади мать. Тебя стол был. Не вижу, стреляет. Да, стреляет. Да все, он минус все. Ребят, это было бой а не меня просто. Подкинет кто-нибудь? Есть аптечки? Нет, ни у кого нет. Ну это как бы ГГ. Да. Все инвалиды. Ни у кого не аптечек, у всех красный ХП, ковыляем. Спасаться, ну в смысле умирать-то не будем. Ну ладно, да. С богом. Да, просто ковыляем, но с другой стороны мы идем все равно с одной скоростью. Сюда. Оружие. Теперь мы от никого не убежим. Сзади зомбарей, я не могу от них убежать. Буду отстреливаться. Волна спереди, ребят. И жакей еще где-то там. Да, жакей. Блин. Минус 2 сделал. Причем, чем меньше жизней, тем быстрее он перескакивает на второго.
Тяжко, тяжко. Ну, то есть это фактически как в шашках, знаешь, когда там через одну стоят. Все, все готовы, сразу побежали. Без коктейля. Ура, помогите. Ну все, тогда уже не бежим, волна, потому что... Да. Ну да, такое бывает, когда выбегаешь резко перед... Подожди, я вообще в стену стрелял. Да, там... Ты же находишь на другого человека. Все, и... побежали. Или хиляемся? Я хиляюсь, куда я побегу с 20 хитами. Прикольно, а чё? Побежали, хрень. Куда легче. Они не отходят просто с пути, ребят. Просто не отходят с пути. Ну, а зачем им отходить? У них своя миссия. Я вообще на голове. Сзади БСП. Стою. Ребят, я стою у кого-то на голове. И не могу двигаться вообще никуда. Извини, Бонивор. Бонивора повалили. Дадим убить его и да, воскресим да. дальше? Да, да, да. Мы не так можем. Надежно идти. Вроде. Да. Вот чё, им не танк. Надо пригинаться, а мне надо. Танк? Танк. Нету танка где. Да, пух, ну окей. Давай, удачи там тебе. Алло, ты это ему, ты это ему объяснишь, что там нету Ой, танка? Ой, там танк. Я знаю, я как слышу. От танка отбиваться. Нужно приседать, когда он кидает вот эту штуку. Да? Конечно. Приседаешь, и он как бы мажет. Вообще неверно. Я только что так попробовал. Ну... Может, я бонча пока успею резнуть? Давай. Давай, я Смотрите, бонча. Я присел, я бы полутал все. Тоже соседнюю комнату, Второй потому раз. Что... Нам нужен там молотов. Один почти. Я бонч тебя бегу. Ты там еще? Так. Здесь ни черта нет. У меня танк. Слышу его. Рычит. Но не вижу. Он за бонч, вами бежит. Подхиляйся пока там. А вон он. Макер, может пока ты меня арестишь? Бонч, хилься. Бонч, хилься. Бонч, ты меня слышишь? Да как ты достал? Ну вот, пожалуйста, вот и подходи к нему из дробаша вплотную. Точнее, даже не вплотную. Давай проверяем, проверяем было. Пуховскую тему, смотрите. Прикинайся. Оп. Но да это нет, там стол. Прилавок был, да. Видишь? Видишь? А чё видишь, чертов? Я ж тебе говорил, я херни не посоветую. Да, конечно. А попробуй сейчас еще раз вплотную. То есть встань перед ним прямо, он будет кидать, и ты присядь. Последний момент. На реакцию. Рангутанг хренов, ну давай, иди сюда. Мне тут нужна помощь. Помощь мне бы сейчас не помешала. Помогите, помогите! Что-то гон какой-то. Не понимаю, что такое. Помогите, помогите! Давай. Что, работает, что ли? Да нет, колонна там была. Какая колонна? БСП. Так, Леонтьев первый на очереди. Тут неожиданно, да, произошло? Большой босс там наверху еще не готов взять тебя к себе. Я истек крови, извините. Ну мы тебя резнем. Тебе даже лучше, на самом деле, потому что хп тупо будет больше. Мне больно. Я уж думала, тебя убили. Я проверю, хилы нифига нет. Я могу хильнуть Леонтьева, Бунч, есть аптечка. Хватит вертеться. Мне нужно тебя вылечить. Смотри, ты его со спины хиляешь. Сзади волна. У вас, походу, по сюжетной линии. Сзади волна. И просто чарджер. Бежим. Меня бьет чарджер. Все, подлечился, называется. Блин, их офигеть сколько. Миша, ты там живой? Ну я в комнате, тут приятно их Охотник! Принимать. Бонич, а что ты на него смотришь-то? Стреляй в него. О, погодите, Миша, назад. Такая тема, как перезарядка. О, резать можно, в этой комнате прикольно. Они в любой комнате появляются, просто как бы... А подожди, как мне выйти из этого сортира теперь, подожди? Сиди в сортире. Задача логическая, фух. Все, все. Да, у меня много хп сразу. О, там толстяк. У меня патронов только нет, блин, вообще. Погнали, пацаны. Арстовску видите мою или нет? 30 хп, а у БСП близкая ситуация. О, дайте поэтому. Я возьму вот эту ситуацию. Давайте я первый пойду. Оружие какое там? Дропа. Там аптечка. О, ребят, аптечка? Go, 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 аптечка? Go, go, go. Yeah. Стоп, стоп, стоп. Наверх, наверху аптечка. Давай, кого? Леонтьеву дадим его? А где она? А стой на месте. На месте. А, уже взяли? Стой. Хватит дергаться.
Сверху, сверху, крепли. Все нормально. Спасибо. Ну извини, я майки распасал. Совсем другое дело. Все, погнали. Жокей. Ой, там жокей. Да. Спасибо. Волна. Жокей, еще. Наверное, самый безобидный вообще. По стенам, по стенам. Да погнали. Да что ж такое там? Много народу. Забейте. Мелочевка обычная, но... Сейчас, подожди, БСП, я отстрелю. А ты лучше бы к ним шел, Миша, ты... Ой, сейчас... Чарджер. Беги за ними лучше. Беги, это прохладно. Уже. Ну... Чарджер бежит, там один остался. Да они все уже, там один хунич остался. Ну тоже в такой ситуации непонятно, что делать. Вроде бы ты близко, и вроде надо и тебя резать. Ну, если вторые бегут отдельно, то беги за ними лучше. Надо единое управление формировать для того, чтобы... Просто мы и так слишком много стояли, поэтому в этом случае лучше бежать надо. Дробаш хороший, да. Господи, ямка чертова. Все, все готовы сразу? Побежали. Да, погнали сразу. Мало народу. Хотя не очень. Там волна, по-моему, сейчас идет уже. Майкер. Все нормально. Там справа. Ништяк. Угу, молодец. Ништяки очень сильно решают, поэтому не хочется пропускать. Согласен. Надеюсь, сейчас не будет танка. Нет, танка нет пока что. На эксперте танк обязательный на уровень, поэтому... Патроны, кстати, это хорошо. Вот тоже пруха. Бывает. Да, только ведьма. Я пока ни одного фонарики. Не потратил. Ребят, фонарики фас минус. Там. Ведьма. Она наверху где-то или нет? Или нет, ты прям видишь? Внизу. Ой, там этот прыгает, 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 прыгает. Спасибо. Сзади, ребят, аккуратно там. Сверху толстяк, судя по звукам. Да, вроде не должен быть, я его уже минуснул. А, вон чарджер, чарджер, чарджер. Блин. Прости, отстреливаемся. Пожалуйста. Сзади. Походу, пойдемте сюда просто. Да, чё тут? Просто волна. Лук так, пуха лечить после этого. Да я подлечусь. Так, тут что, тут просто бита. Все, лечусь. Ведьма по-прежнему где-то здесь. Все. Фонарики офф. Стоим. Да не, она внизу, чё? Офф-то. Мне кажется, плачет и здесь. Да внизу. Так, чё будем делать? Пацаны. Да что ж ты не умираешь? Так, бежим через право, да? Да, да. Получается через бомбы право. Есть у кого-нибудь? Нет. Нет. Бонча жокей. Есть. Жокей. Есть. Прям по курсу жокей. Ну ок. Вот он. Да чего вы... Бонч, хватит. Да все уже, хватит. Стрелять. Психанул называется. Опа, тут плевальщица назад. Прыг. О, как четко-то идем, а? Чувствуете? Там, по-моему, нет. Дефибриллятор лежит. Да, но он бестолку. И еще какая-то тварь там осталась. Тут гранатомет, кстати, может гранатомет? Ой, тут чарджер! Минус. Давайте попробуем. Сверху, сверху волна. Да пипец! Ладно, аптечка есть, ничего страшного. Гранатомет будем брать или нет? Нет, можно не надо. Попробовать. Ну, если у кого-то есть желание там не, постреляться. Ладно, я лечусь, прикройте меня. Так, Леонтьев, лечись. Может, да, возьми майкера и дефибриллятором? Нет, я сейчас... Да, я возьму дефибриллятор. Я пуха похиляю аптечкой. Давай. Сейчас. Гранатомет. Спасибо, ой, гранатомет, спать. Нет, не надо. И теперь у нас кстати, всех... Кстати, симпатичная героиня. Да вообще, я самый ну, тут найсовый товарищ. Ребят, проходим, нам нужны отвлекающие хрени. Нам нужны бомбы, нам нужны... Пайп-бомба нам вообще очень... А что дефибриллятор-то не взяли? Взяли, майкер взял. Я не взял почему-то. Я взял его. Ладно, идем дальше? Да. Обычный. Тихо. Сзади! Сзади! Спасибо. Хорош. Надо было на пистолет переключаться. Там... Тут бомба, ребята, есть. А, бомба? Бомба? Бери. Отлично. Ага. Проверяем комнаты. Да. Скоро будет прорыв. Адреналин там. Возьмите адреналин. Хилка легкая. Пацаны, возьмите адреналин. Кто не взял? Где он был? В следующем сортире адреналин. Вижу. Так, последняя комната с хилом. Здесь ничего нет, кроме хила стандартного. Восстанавливайте по максимуму, кому нужно. Кока-колу кто будет?
здесь автомат. Я так, кажется, ломится. Не, это еще здесь можно открыть, почистить. Вот нам следующая дверь. Так, кто-то отстал. Да. Ребята, нет, сейчас кто первый входит? Говорит, где лестница, быстро говорит. Погоди, там и блевотина это стоит. Поэтому... Давайте я, ладно, че вы все очкуете, все. Я врываюсь. 3-2 раз, погнали. Ну куда мы погнали? Вот, все, там Хантер еще. Слева. Блин, убил Пуха, прости, Пух. Нормально, все, я сдох. Уходите, я помогу. Пипец. Куда вы кинули гранату-то? Вниз, 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 бежим! Выше, лезьте выше! Они все вниз прыгают, да-да-да. А нормально. Ни хрена не прыгают. Тресните меня там потом. Ой, там там танк! Танк с лестницы, единственный проход, там танк. Охренеть. Короче, я кружок делаю, а тут громила. Охренеть. Вот это повезло. БСП, ты один. Ты один. Беги, 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 беги. За тобой танк. Нет времени объяснять. Беги, закрываешь за собой. Понятно все. Бегут, а. И вот после этого хочется, чтобы танк встретился как можно раньше. То есть его закайтить спокойненько. Убить, чтобы не было такой хрени, потому что ты бежишь, у тебя один эскалатор, больше ты никак на третий этаж не попадешь, да. Просто никак. А там он стоит. Go. И что делать? И поток. Аларм поток. Что-то мы тут затупили. Да блин, ну невозможно просто пройти. Согласен. Вы что, ты тут смотрите сверху? Сзади. Ну блин, у меня ты, просто да зажали. Ты в углу стоишь просто, поэтому невозможно пройти. Прошли вроде, понял. Хвост за тобой был. Аккуратно. Все, погнали. Простите, ребята, я перепутал с адреналином. Валим! Что такое? Граната. Сейчас ты увидишь, что такое. Понятно. Ну, и хоть рядом волна. С собой. Баневуру, короче, не даем взрывчатку. Да я просто подумал, что это адреналин. Ну, прикройте, ну, прикройте, ну, чего такое? Ну, Пух. Да блин, у меня перезарядка, Майкер, я не могу. Баневуру, аптечку юзаешь, БСП нужно спасать. Там этот языкастый БСП. Я не помню, утащил. Клавиша Shift вообще здесь что означает? Ничего? Идти. Ничего, Shift не нужен. Почему Shift? Нужен, если ты с ведьмой рядом? Ну, если только, да, но насколько часто такая ситуация бывает? Аптечки юзайте. Чего вы кашляете? Юзанул. И спускаемся по команде. Погнали. БСП. Раз, два, три. Команда БСП. Аптечки потом на прорыве нафиг не нужны, поэтому. Вот это наша... О, рвота! Да ежишь. Ребята, кто делаем взял? Все четко. Ты взял, Пух, чё? Это моя и есть рвота? Молотова еще. А рвота да чё? Твою мать, ну... Обращайся. Я перезаряжаюсь. Понятно. Я ничего не вижу, меня просто хера сейчас... Я не тоже не вижу, на меня он этот... Ну, Пух, стой на месте, не бегай. Не бегай, Пух. Да, ребята, ну что ж такое? Надо к стенке, просто к стенке. КПшечки нет. Спасибо. Лечусь. Час. Лечите Боневура, получается. Бонич, куда ты вот... Бонич, ну... Чего? Лечите Боневура. Такой коллега похромал вперед. Короче, они на блевоту, на пайп-бомбу реагируют, да? Да. Это лучшая приманка, самая долгая и самая эффективная. А, ну вот, все, блевота, значит, мы выиграли. Угу. Бонич, таблетка, так, дайте. Таблетки. Нет, не могу. Ой, там... Понятно. Бонич. Сзади, Бонич. Да забейте. Бонич опять отвалился, что ли? Ну, я виноват, я его хотел подхилять. Меня... Нет, Бонич отвалился из скайпа, я имею в виду. Ребят, я тут Боневура пытаюсь поднять. Мне бы не помешало, не помешал саппорт. Ладно. Поднял. Все, давай. Там толстяк наверху где-то. Да убили уже. Не-а. А, вон. Прям толстяк, да. Забейте. Ну, не знаю, я не могу. Лечите Боневуру и все. Да, не, нечем лечиться. Здесь дефибриллятор. У Леонтьева есть. Есть у меня, да. Так, волна идет. Да, волна. Так по звуку же слышно. О боже. Просто. Как в Драже Пец, помните такое? Опа! Убили? Да. Хорош.
Кто-нибудь помнит дрожжей пец или нет? Я помню. Вот они так же вылазят. Сейчас даже продают. Да? Да. Я их 100 лет не ел. Сзади. Эй! Ну, ребят, ну вы с зомбарями вплотную тут сейчас справиться не можете. Я не стреляю, потому что впереди 3 человека стоит. И все. Так. Ну, молимся на хил. Нам говорят, рвоту можно на танка и будут пить танка. Что-то какой-то странный план. Любопытно. Вот. А, еще Слизь. Одна блевота. Или а как что-то? Попало-то? Откуда? Пацаны, видите, Бонивур. А вот в сортире, где Бонивур, здесь еще что-то есть. Самодельная бомба. Блевота, или что это? Да, блевота. Да, Отлично. Блевота, ребят. Кому отдать? Ну давай мне. Давайте, я могу. У меня а как отдать? Просто. А у меня что, это бомба? Я не знаю, ну, как отдать. Так, ребят, долго думаем. Вот, кому отдать? Кому? Сзади волна, Миша, Миша. Ну, я да не могу тебя отдать. Себе возьми. Да ладно, пока помнишь, забей. Скажите дропать на какую клавишу нам? Дропать просто правый. Правый на человека. Спасибо. А, я понял, сзади, давай. Ребят. Я сзади хромаю. Это все нехорошо. Я отдать? Какую кнопку нажать, чтобы... Правую. Ну я бью правую. Просто ей, все. Бомбу нельзя, говорят, отдать. Там жакей аккуратно. Нельзя, все. Кто-то там... Это жакей там, что кто-то. Берем там эти все адреналины. Пацаны, танк, извините, я вас расстроил. Прям yes. Здесь? Да, здесь. Так, может, уходим наружу? Молотова у кого? У кого-то был Молотова. Был. Понятно. Давайте сюда, может, он не пройдет здесь. За баррикадой. Гранату кину. Да, давайте он пробежит ее. Да. Давай, давай, давай. Миш, расстреливаем, да? Вроде получается. Да он сейчас спуху убьет просто. Я его почти убил. А он может там пройти. Помнишь? Ну вот смотрите, у кого-то был Молотов. У кого-то был Молотов. У меня был Молотов. И ты его не кинул. Я только доставал, меня сразу минус нули. Я кинул гранату, но она его не так сильно бьет. Да, она он вообще не рядом с ним даже разрывалась. Ты чё? Ну танк в узком проходе, это ГГ сразу. Чё, я видел, чё. Граната не попала в танка. Танк в узком проходе, это ГГВП. Все? Все готовы? Да. Нет, подожди. Сейчас я возьму. Танк везде пролазит. Дрейк, я прятался собственноручно. Да. Танка под... Дрейк, этим. Кажется, ты краб. Ты что-то не это самое. Стримы, что ли, не смотришь? Не шаришь. Все, стоим, ждем, улыбаемся. Давай. Погнали. Там волна, а, вот если бы сейчас танк был, было бы круто. Его, кстати, никогда не было на первом этаже. Перезаряжаю. Угу. Мы могли бы его через двери расстрелять и все. Да, это был бы чит, конечно. Все, погнали. Да, погнали. Поехали. Пауз. Ты вообще больше ни в кого не стреляешь, когда бежишь, что ли? Нет, да, а зачем? Нет необходимости мать стрелять. А кто там? Кто меня? А, БСП выводит из строя. Просто я вот почему и говорю, что надо... Ну, ребят, там БСП прикройте. Поднимай, просто, когда вы бежите первыми и не стреляете, то вся эта толпа на последних остается. Поэтому... Да их можно станет просто и все правой кнопкой. Ну, да. Всех ты сколько сразу бы их не там застанешь. Не было. Погодите, я хильнусь тогда. Да, я тоже. Там, кстати, таблетки еще есть. Давайте попробуем пройти здесь. Подождите, подстрахуйте. Ты хильнулся? Нет еще, я пытаюсь да остановиться. Ну вот, все хорошо. Магнум. Все, погнали. Скорее возьмите себе оружие. Господи, готовы? Да. Ребят, гоу. Сломал ноги. Ну, опасно как-то, бежим уж больно. Кажется, мы наглеем с каждым разом. Сзади БСП, сзади. Сзади, ну ёб, РСТ. Ну, Хантера. Да. Блин, я не вижу, кто где. Я хочу на свет выйти, здесь я не могу все. Просто в темноте там драться. БСП перед тобой, прям. Прикрою справа. Коктейль Молотова я вижу, там подсказка. Хильнуться нужно первому. Хильнулся. Все, стоим здесь, улыбаемся. А кто-то взял коктейль уже? Я... Да. А, нет, я не взял. Бонич. Я взял. Бонич, когда будет сигнал танка, ты знаешь, что делать. Троечка и вперед. Плеватель. Аккуратно. Ведьма. Фонари, еще это.
Ребят, ведьма. Где? Да-да-да, уже все выключили. Где эта ведьма? Наверху ее нет. Ох, пот и слезы, а. Наверху толстяк там около. Толстяк. Сейчас толстяк рванет. Рванул или я нет? Я уходу уже. Да, а ш, как ты? Зашел. Васька. О, ведьма. Боже, чарджа. Ведьма там дальше. Охренеть. Кто-то мне запер проход, Бонни, спасибо, что стоял. Ведьма. А как запер, Бонни, тебе разве как-то мешает обычно? Я вообще стоял, посмотри, где я стоял, пуф. А я зашел, типа, так сверху пострелять, ну ладно. Так, я перевязываюсь, ребят. А я, посмотри, как стоял, я тебе не мог мешать, я сбоку стоял. Тут патроны, кстати, очень удачные. Заходим. Так, нужно резнуть каким-то макаром. Спускаться вниз... А, нет, обратно не сможем уже. Дефибриллятора нет, да? Да. Ладно, будем комнату ждать. Я не привык, что пистолет на двойку. Это такая тупость вообще. Пистолет всегда на единицу во всех играх, кроме этого. Да ладно. Во всех играх, кроме КС, который... Тут хам. Лет. Тихо. Пистолет во всех играх. Сзади, кажется, еще волна. Да, да. Во всех на двойку, согласен. Еще этот бежит. Перепрыгну. Нет, меня взяли. Я альтернативкой пробовал, вот. Ну, реп... Угу, спасибо. Спасибо большое, БСП, что оперативно среагировал. Там спереди, кажется, танк. Пока не вижу никого. Хильнул СБ. Сейчас проверю, то... А, вы проверяли уже, да? Бонич, хильни Валеру. Валеру. Бонич, а? Спасибо. Давай я тебе передам аптечку. А ты просто хильни его и все. Так, правой кнопкой. Долго. Ну, зомби бежат. Спасибо большое. Проверяю комнату. Сзади! Кто? Да он Серега тут принимает. Тут бензопила. Я возьму, пожалуй. Может пригодится для прорыва в двери. Вообще, сзади, возможно. Кто? Да тут Серега. Жокей. Жокей чисто так, в комнате. Есть два хила, БСП жрет. Катана еще есть. Рекомендую взять кому-нибудь милишку. Дверь закрываем. Более утоляющий сразу беру. Тут лежит оружие. Ну что, давайте, я. Молотов кидать куда-нибудь? Да, молотов направо. Тихо. Что? Сзади тихо. Волна, во-первых. Как там жаке где-то? Аккуратно. Еще двое. Все, где жаке? Вы его видели вообще? Нужно действовать. Он за стеклом или нет? Да, он за стеклом, черт. Ну! Спокойно. Черт, пытаюсь фигурно сначала убрать, не нужно. БСП, аккуратно, не вставай за тебя, Бонни Вур. Так, отстрелили всех в комнате, все, получается. Все готовы? Направо я кидает, а коктейли поехали. Давай, побежали. Понятно. Жокей, помоги. Снял. Спасибо, но я очень... А, я могу вколоть себе. Давай. Танк, судя по звукам, где-то. Выкинули в первом. Так. Я Бонни-Вура убил. Сзади БСП. Блин, пипец, там как плеватель. Давай, вон я. Я вижу вас. Закрывай дверь сразу. Закрывай. Там жокей, блин, нет. Хорош. Давай, сигнализация. Дверь закрыта, но я тут их задержу. Хотя, что мне мешает зайти и закрыться? Я еще здесь. Жив. Ребят, резнули, да? Все. А мы пытаемся сейчас кнопки прорваться. Может, сиренку все-таки выключим? Мы не можем. Полезно, говорят. Ой, сзади чарджер. Чарджер, ребят, держитесь в комнате, держитесь, прошу вас. Здесь зомбари меня пинают. У меня нет патронов. У меня есть, не переживай. А ты их альтернативкой, главное, отталкивай, я буду. У меня 30 хп. Откуда их столько? Я же сигнализацию вырубил. Дверь надо закрыть, что ли, я не знаю. Да будут план... Они все идут и идут. Еще идут. Еще и держимся. Да, блин, ё-моё. Да пипец, много. Да ну нафиг, чё за... Трындец, заходите снова. Ждите, когда волна уйдет. Я просто плачу, чё это за... Охереть. Вставай, сейчас же. А где... Вот это было круто. Обосраться. Так. Патроны. Сила нет.
хилить. А, не, погоди. А, теперь еще обратно нужно убежать, да? Дробовик я возьму лучше. Так. Еще нужно много. У меня нет хп, пацаны, мы там дальше. У нас вообще ничего нет. Ну, будем надеяться, сейчас что-то тут будет. Везде заглядываем. И танка еще не было впереди, я вас обратно. Эксит. Аккуратно. Так, давайте я как самый слабый иду вперед. Сзади, 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 сзади. Ну, сзади, ребята. Встречайте там. Да, пока идут. Нет. Идут, ломают дверь. Шаки. Откуда, где, где, где? Окей, Миша, давай нас, я нечаянно пуха огрел тут. На помощь! Ничего, все нормально, все будет хорошо. Когда Бонич кричит серый жаке, я сразу просто выстрел в сторону движения делаю. И что, в жаке не оказался бы не вурумер? Нет, он просто в меня выстрелил, а не в жаке. Так, осталось не так много, ребят. Слышите, Жакей? Дверь ломает, он сзади придет. Хантер. Да все, я убил его. Так, давайте сначала волну, волну встретим сзади. Да я спереди, крой снайперки, БСП, забей. Помогай, сзади никого, все в порядке. А, ну тогда побежали. Ну как побежали, я хромаю. Пошли. Да все хромают, не парься. Так, сейчас будет последняя комната, кстати. Ой, плевальщица! И толстяк еще. И дед еще пердет, умер тоже жирный. Подождите, пацаны. Блин, у меня 18 хп, я ничего не могу сделать. У меня 4, 3, 2, 1. И чего? Нормально. О, тут хил, кажется. Взял хил. Бери. Давай, Сережа, раздавай там всем на орехи. Снайперка. Хилку, ой, хильте. Кто-то... Так, нам нужно подняться наверх, насколько я помню, и все. Где курильщик, курильщик? Молодцы. Хорош. Тут зомбари идут из главного. Адреналин еще он взял. У меня коктейль Молотова есть, если что, но... Еще так. Зомбак там не умер. Кидай. Там походу... Сзади танк, судя по всему. Да-да-да, танк! Танк, танк. Сзади. Все, вперед, пошли! Входим. Марш-бросок, ребят, марш-бросок. Я просто стреляю в него из снайперки. Боже, я сейчас укакаюсь. Марш-бросок тоже охренеть. Мне. Где там дверь? Я отвлекай, вижу, кажется. Отвлекай. Нет, она не там. Все, танк тупик. Убил меня. Миша, давай. Да все нормально, здесь никого нет. Какие-то... Да? Танк, танка я это убил, пацаны. Тебя, ой, тут плевальщик. Дверь. А нет, я не убил. Все нормально, все нормально, без паники. Все, закрыто. Там танк сзади, Миша. Фу. Да какая разница? Которого я задержал. Такая же ситуация, как и в Alien Swarm, собственно говоря. Я там на последних адреналин себе вкалываю. Тух-тух, сердечко заколотилось. Ты успел, нет? Успел, я здесь, в домике, все в порядке. Вы можете умирать, мы резнемся здесь. Я вижу вас там, что вы там. Я могу открыть и пойти вперед. А, мы поехали. С Майкер ГГ, пацаны, я там танка один в один убивал. Вы чё, проходите? Ой, там заходи, танк еще жив. Заходи. Он все еще жив, как ты его убил? Это же чатик, а не думаю, там что... Пару, а! Там пару... Ты нубас. Ой, а ты же его убил вроде как, нет? Заходи в него. Я тебя не хочу. Блин, как страшно, как страшно. Он идет, он здесь. Стреляй по нему. Все нормально, все нормально, все хорошо. Да без паники, сейчас его порежу. Это был бы такой сейчас лов, если бы ты не уснулся, Миша. Я бы аплодировал стоя просто. Все, я минуснул танка, изи. Удаляй. Сиди там, вот все. Не вздумай. Не игра, просто... А сказка? Там курильщик еще. Вот я выхожу, мне пух говорит, я там танк один в один. Меня отцепляет курильщик, я вижу, что танк собирается в меня кинуть камень. И понимаю, что пух где-то лукавил. А пух всегда так один в один убивает. Это было просто. Вообще изи. Победа! Молодцы. Надо было подлечиться, мне правильно подсказали. Убийца танков клан Пух. Но Пух не врал на самом деле. Да, смотри, он столько дамага в него внес. Ну, три калеки. Помните, как мы ползли? Как мы вовремя поняли, что танк сзади по звуку? Как мы правильно и быстро приняли решение делать марш-бросок? Все было круто. Молодцы. Так, все это сейф? Да, это сейф. Меня тошнит уже от его рожи. Ну, в этих краях он... Только у меня обычно нет. Ну ладно. Ну чё? Ну чё, идем дальше. Так, отстойное оружие, ну-ка, есть что нормально вообще? Сори, я по телефону говорю, ну чё, увидели, сколько там урона по танку? Да, видели. Ну всё. Вот он, батька. Дрейк, понял, да, я к тебе? То есть ты во мне на стриме, точнее. Так, проверяем.
Подождите, пацаны, а что здесь УЗИ, да? Дрейк, а УЗИ надо брать или нет? Не, УЗИ это Т1 вообще оружие, оно никчемное. Че оно? Т1 оружие, забей, оно базовое, считай. А, я возьму себе... из калашей, эмок, дробовик, современных автоматических. Какой дробовик? Нет, меня выручила снайперка. И вас, кстати, тоже. Я взял топор и снайперку. Вот это сейчас бежим. А вот тут снайперка, кстати, должна хорошо было тоже зарешать. Смотрите, лиса. Она, кстати, хорошо убивает этого танка, я вам говорю серьезно. Здесь двери, может, проверять все-таки будем? Может, все-таки, Миша, зайдем? Понял. Волна. Хорошо. Канистры, заправить машину, нужно... Изи вообще. Вон баков, канистры. Короче, канистры собрать. Нифига себе. А потом до машинки донести еще. Так, это помните, это как в Alien Swarm тоже там кнопку нажимать надо было. Я вон на минимапе, смотрите, отображены. Прям по курсу три точки, например. Я предлагаю бегать все-таки толпой. А вот мы на вот этой машине поем, нифига себе. Она двухместная. Боневур, извини. Ты один на два места, поэтому... Ничего страшного, я пережу, что ты останешься на оружии. Ребята, это пипец. Канистру собираем. Я взял. И чё, и в машине? Да дальше. 13 штук нужно. Вон прям по курсу еще. 2, 3. Да нет, нужно сначала собрать, а потом, наверное... понял. Погнали. Он же из пистолетов, ребят, из пистолетов. Курильщик, плевальщик. И жокей еще справа. Справа жокей сидит. Аккуратненько. Да где кто? Ни хера себе, у меня весь... Давайте все-таки кто-то будет вести, а? Потому что мы что-то разбрелись... Ну, Майкер, давай сначала мы просто этот уровень посмотрим. Меня Хантер бьет. Понятно. То есть у тебя оружие того минусуется, когда ты... Понятно. Смотрите, здесь, судя по всему, когда ты берешь канистру, у тебя оружие не работает, как с пепсиколой. Ну, да. Короче, тема. Поэтому то есть один должен собирать, трое должны прикрывать. Человек, который собирает канистры, должен плохо стрелять. Боневур, давай, ты собираешь канистры, а хотя или Майкер. Да, я тоже могу. В принципе, Миша, Майкер, стреляет. Давай. Как да, ее Майкер. Взять? Давай. Е, просто Майкер, подходишь можешь? И берешь. Но проблема зажимаешь? В том, что тебя... Ты много обязан. Я не... Проблема, что за тобой бегают люди. Ну, поэтому бегают. Два сопровождающих, а лучше вообще один таскать должен все это. Или по парам, в крайнем случае. И, кстати, ой, кто это? Каждый раз слезь волна сверху. Миша, походу, после... Ой. О, с канистры можно по лицу бить людям. Аптечек здесь море, ребят! Отлично. О, это интересная миссия, короче, слушайте. Креативненькая. Вот смотрите, канистры... Я с канистрой буду отбиваться. Все, это мой страт. Смотри, такая тема. Тут написали ребята, что канистры на всех с первого этажа не хватит, и нужно сверху как бы канистры вниз кидать. Не таскать, а кидать. Понятно. Потом, ну да, логично. И потом ты потихоньку стаскиваешь. Кстати, бан за спойлеры. Спойлеры, потому что так только девочки играют. Я девочка танк. Аня, чарджер. Да, какого ж, твою ж. А вот это больше похоже на танк все-таки. Где? За Боннибуром. Пипец, я не вижу ни хрена. Короче, здесь еще за... А, вот он, вот он. Ух! Полный набор, короче. Да, хорошо. Значит, смотрите, здесь есть несколько стратегических точек. Господа, типа... за танк бегает, может быть это... Да все, забей. Танк бегает только за того, потому что все остальные минусы уже давно. Как же здесь быть? Здесь есть стойка в центре, которая интересная с одним входом. То есть теоретически там можно защищаться и отстреливаться. Там же аптечки находятся. То есть это такая важная стратегическая, тактическая скорее точка. Да не, легкая миссия. Мне кажется, да, что просто. После каждой канистры они спавн идет. Жди-ка какие-то быть. Вот эти звуки, помните, вопли. Можно вот со снайперкой засесть кому-нибудь? Кому там, вил со всех сторон. Особенно тот один остается и все, и минус. Майкер, сразу. Ну что, ты носишь канистры? Да, наверное. Попробуем? Попробуем. Ну погнали. Так а чего, надо же комнаты все равно проверять. Так, тут патроны зажигательные. Зажигательные патроны, кстати, вы слышали? Осколочные, точнее. У меня просто аптечка, поэтому кто-нибудь возьмите, кто не взял аптечку. Подбираю осколочные. Сейчас выложу вам их. А может на танк оставим? Поставь, да, рядом вот с этой всей темой. Ребят, а может я должен сверху со снайперкой на самом верхнем этаже фигарить? А как? Да, да, вон там платформа, которая со всех сторон защищена специально для тебя, чтобы ты всех... Где, отстрелял. Где платформа? Вот именно что нигде, потому что это невозможно. Не, может быть и есть такое место, зря ты так смотри, сколько мест вокруг.
Исследовать это точно лишним не будет. А как подняться наверх, если мы там по лестнице, там лестница? Не при помощи лифта, а по лестнице. Давайте сразу сверху начнем. Давайте сразу наверх и покидаем канистру все вниз. Да. Давайте сверху вниз начинать, согласен. Давайте. Итак, план А. Найти эту машину. План Б. Так, БСП умничает. Да. Бабу не слушаю. А в реализме эти канистры бы не подсвечивались, прикиньте. Да. Вообще так приятно. Сейчас реализм, у нас и так и реализм сложность, просто люди не понимают. Не-не-не, реализм это когда твои союзники не подсвечиваются. Наверх, на лестницу. Здесь боеприпасы. Погнали. Давайте я первый, у меня топор. Го-го-го-го. Чарджер еще. Го-го-го-го, ребят, на самый верх по лестнице. Я уже на третьем. Я бегу за тобой, Пух. Мы здесь все, в общем-то. Ну давайте, все, поехали, что? Давайте. Вон таблеточки взяли. Майкер. Да, и здесь. Что вот, такое? Ну, в смысле, вот канистра. Все, первый. Скидывайте вниз. Как не, майкер берет. Там чарджер взяли. Блевотина, ребят. Sorry. Блевотина взяли. Причем дофига. А блин, это на... Нужно, наверное, всем канистры брать, потому да что... Да ладно, серьезно. Да. Ладно. И скидывать, да? Да, то есть как получится. Ой, тут волна. Ребята, волна. Извини. Еще идут из комнаты. Дайте я просто вот так вот, вот так вот. Я туда прям, оп, к ним, давайте. Конишь, сзади. Дай я туда, Банимур, не стреляй, я зашел. Еще идут. Да. Давайте ко мне, папочки. Ну патронов бесконечно, можно на первом этаже резать. И аптечек много. Так а что мы здесь делаем, ребят? Все, канистры взяли, ушли. Опа. Тут вот можно быстро спуститься на второй этаж. Да, смотрите, за как... БСП идем. Я не специально это придумал. Плюс тут еще ништяки по пути. Тут столько вообще всего хорошего. Аккуратно. Сейчас хильнусь. Ни хрена не вижу. А где вы, пацаны? Короче, спускайся. Там дырка была. Волна, говорят. Не спускаемся. Вон еще канистры. А кто этот? Пацаны, кто-то я там рычит. Мне надо подхилиться, ребят. Ладно, пацаны, я потерялся. Танк, кажется. Давай снова на лестницу и на... Ох ты, здесь волна из этого. Они везде тут из комнат они спавнятся просто. Канистры вон, сбрасываем. А как ее кидать-то? На указательную кнопку мышки. Ой, на указательную. Ой. Спасибо. Прости, пожалуйста. По канистрам, оказывается, лучше не стрелять. Вот да. Это реализм, я понимаю. А куда собрать-то ее? Просто к машине принести пока что. Блин. Вал забить. У меня есть подозрение, что мы сегодня это не пройдем. Что за пессимизм? Я реализм. Я сбросил. Не, нам нужно просто посбрасывать всю эту хрень. Ой, там танк повис. Ну все, приехали. Поджигайте его канистрой. Да, изи. И аптечка. Спрыгивай вниз, Миша, просто спрыгивай. Ну конечно, у меня 14 хитов, я сейчас прям спрыгну. Лучше бы. Хотя какой выбор у меня? Либо в огонь, либо... Сейчас отрублюсь! Короче, система какая? Мы идем на верхний этаж. Стараемся не разделяться. Это Пух, смотри. Ну, в смысле, чтобы упасть на второй этаж вовремя. Там очень много ништяков. Хил. А я не увидел, как вы падаете. В том-то и дело. Надо не разделяться. Но идея сверху проходить вниз и скидывать канистры, она пока что самая удачная. Блин. Банивур, что это за херня? Стреляете друг по дружке, да? А зачем нам здесь вообще ходить? Ну там и так аптечек всего дофига, что нам искать? Согласен. А, нет, это чё-то голова просто. О, ребят, вообще на пофигу, серьезно. Тут как бы внизу у нас бесконечно. Короче, поскидывать вниз и потом уже таскать, оккупироваться. Можно я вперед пойду? Окопаться вот на этом участке, где много аптечек. Заходите. Все. Да, вы без меня, езжайте. Нет, почему, говорят, не бомбы не берете? Их нужно кидать почти по КД. Хороший совет. Друг да, другу. Наверное. Бомбы нет. И вниз, на первый этаж просто так же, как канистры скидываем, и все взрывается там к чертям. Кстати, да. Канистры скинули, бомбы... Хороший совет. Да. Итак, все идем на третий этаж, и там начинаем чистить канистры. Хорошо. Имейте в виду, в салонах машины не заправляют. Нам придется еще где-то найти бензин. Кто там? Кто это? Дайте я первый. Все, на третий БСП этаж. БСП вообще знает, куда бежать. Давай, БСП. Здесь бродит жакей. Здесь боеприпасы. Жакей, боеприпасы, аптечки. Все. У нас глаза разбегутся. Так много аптечек и боеприпасов у нас никогда еще не было.
Обливательница снизу. Легкий уровень, а говорили, чем дальше, тем сложнее. Угу. Изи вообще. Так, ребят, я к аптечкам уже, я пошел. Я зад прикрываю ваш. Взял бомбу. Аптечка. Сейчас пойду. Взял канистру, бросаю. Ты кидай сразу. Ой. А, нельзя перекинуть ее, к сожалению. Почему не перекидывается? Вот. Так, взяли бомбу, пай бомбу, пай бомбу взял. Блин, чуть... О, тут волна. БСП идут на нашего... Жакей, БСП, ну как? Что там? Вижу. Спасибо. Я кинул бомбу вниз, поэтому... Я тоже кидаю. Они все равно здесь идут. Вон еще канистры, за БСП, давайте, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ух, перевязывается, Боневур, не отставай. Все, ребят, погнали. Да, да, все на пайбомбе. Правой кнопкой, да, их скидывать? Угу. Левой. Левой. А, ну да. Угу. Все бросили канистры? Да-да-да, за БСП идем. До следующего чекпоинта. Кажется, все дальше на втором этаже. Дефибриллятор тут. От... Еще тупик. Желчь. О, желчь! Отлично. Охотник. Я две таких сбросил. А твою мать. Еще этот. Блин, я не могу ж дробашу, в смысле, с этой. Сколько там внизу? Ну, примерно уже дофига. Я их кидаю сразу с листом. А, толстяк еще. С листом спускаемся. Да, спускаемся. Пай бомбу могу кинуть, ой, ребят. А вон они. Опа. А. Так, я пойду посплэшу их. Все равно же убивать. Могу потом еще одну пай бомбу кинуть. Скажите, когда. Пай бомбу не надо кидать. С лист надо только кидать. Больше ничего. Зомби сзади. Слизь, слизь. Спускаемся вниз, на второй этаж. А, тут нельзя на второй, нужно на вторую эту, на вторую лестницу идти, за следующими, чтобы добраться на второй этаж. Поехали. Видишь БСП? Да. Окей. Все следуем за БСП, все за БСП. Мы с Боневуром куда-то, больше, знаешь, ребят, куда идти? Ребят, в центр, в центр. Какой центр? Ёшки-матрёшки, ну что, тут нельзя разделяться, говорю же вам, нельзя разделяться. А мы ушли куда-то, мы вообще не поняли, где вы. В том-то и дело, что не поняли. Ну как так? Леонтьев, хиляйся, зайди в центр. Я пробую. Спускайтесь по лестнице, по которой мы поднимались, вниз на первый этаж. Сейчас, блин, по нему. БСП, пойдем к ним. Пойдем. Они же там от... Вот здесь? Подожди, подхилюсь, пух. Ну, толстя, как мы поднимались? Так, вот вниз, сюда. Все, все, все. И погнали. С лист. Ох, фу, блин. Пипец, столько времени просто... Покиньте меня, ребят. А где ты, Бунич? Понятно. Ребят, ну как бы вы просто исчезли и все. В инвиз пошли. Меня сейчас сбросят отсюда. Ну ты даешь. Миша, сзади ты нас, пожалуйста, прикрой. А, я Бунича не подтянул, что ли? Спасибо. Еще канистры появились наверху, они по КД, видимо, появляются. Прикольно, так это сколько? Вообще изи тогда. Но там, видимо, и монстр сильнее, не знаю. У меня есть. Плевальщица меня зацепила. Ай! Я не могу. Ой, БСП, ну ты чё? Помоги. Хантер сзади. А, вы тут вдвоем уже развлекаетесь, да? Миша, ты там далеко? Сколько там внизу канистр? Заря. Отстреливайтесь, ребята. Отстреливайтесь. И там Жакей. О! Бонич, прыгай к Мише, спасай его. Вставай. Ну вставай уже, сколько можно. У нас нет времени на это. Вставай, давай, давай. Что-то я не заметил этих зомбарей, расстроился уже. А, вот тут дырка есть, я понял. Ну это вы удачно спрыгнули, конечно, все туда. БСП того лежит. Спасибо. Так, тут хил может быть где-то будет. Так, у нас БСП наверху, да? ХП нет. И танк у вас внизу, судя. А, танк. Жакей, Жакей, Жакей. Ребят, к вам танк там лезет. Да уже чушь, мы как бы. Понятно. Танк? Ладно, я умер, я побежал. Я лучше умру, пацаны. Так. Посмотри там, сколько канистр мы скинули. Сейчас посмотрю. Штук 5. Раз, два, три, четыре. Так. Больше должно быть. Четыре.
Там одна взорвалась, по-моему. Давай, я с ним с топором против него. 4 канистры мы скинули. Но там дофига и так на первом этаже, то есть штук. 5 может. Как же больно. Ладно, мы непременно прорвемся. Говорят, если подожжем канистру, то все и другие канистры тоже сгорят. Даже которые рядом не находятся? Да, типа того. Это странная тема. Ладно, погнали. Такой же план, да? Там, короче, Бонивур, там на третьем этаже есть дырка на второй этаж. Прямо в полу. Это лучше, да ладно. Чем... Ну ладно, не важно. Но мы-то не знали. Мы туда... Спускались же уже. А у меня есть идея. Помните рекламные плакаты? Снимитесь на фоне машины Джимми Гибса. Это значит, она где-то здесь. Мы просто возьмем ее и уедем из этого кошмара. Итак, план А. Найти эту машину. План Б. Сидеть, ждать тут, пока мы все. Я готов спорить, что в баке ни капли. Надо найти. Канистры необходимо заправлять в машину, иначе они сгорают. Это странная система. Надо достать бензину. Замат, в этом есть смысл, если... Ну, чтобы они не сгорели от наших взрывчаток, так скажем. Ну, может, попробуем? Есть вариант не кидать взрывчатки в машину, как бы. Там еще плевальщицы их взрывают, если что. То есть... Так, они уже наверху тут. Ох, там внизу! Здесь шприц с адреналином. Тут никого. Пока чисто. Берем две канистры и двое прикрывают. У меня есть. Взяли. Есть. Там пай-бомба еще. Не пай-бомба, а зеленая. Это же слизь. Нет их. Идут. Давай, скидываем. Прикрываем. Так, сейчас в дырку, наверное, да? После этого зачем? Сначала сюда. Вы куда? Какая дырка? А, да, там же есть еще канистры справа. Проходим, 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 проходим. Кто не прошел? Проходи, проходи, проходи. Эй, осторожно! Скидывайте. Ой, кто это верещит? Это просто... Волна слева! Так, сейчас вот мы падаем вслед за БСП, он пробивает пол стеклянный. Снизу волна. И сзади еще. Блин, ты своим опять попал. Да я не могу, но они когда бьют, вообще двигаться не можешь. А в прошлый раз же там была эта слизь. Так они нож все рандомные. Бонивура восстанавливают там. Я, прикройте. Кто внизу? БСП. Ох ты тут хрень. Спасибо, господи. Бонивура, ты че? Ну я там хилился как раз. А, прикольно. Там волна, Миша, сзади аккуратно. Там волна к вам упала. Кого-то оставили. Да не оставили, я просто прикрываю ваш тыл. Осторожно! Это я. Убиваем, потом за канистрами вслед за БСП идем. Ой, тут чарджер. Убили. Все, идем. Лечится Бонивур. Ой, там, ну чё, не говорят, что отвали, отвали. Там схватили-то товарища. Говорите, если босс. Давайте я под это, подхилю сейчас в обезболивающем хотя бы. Все, гоу. Давай. Готов. Если видите жаке или вас там схавали, говорите об этом. Я очень стеснительный. Канистры, так, я скинул канистры. Да пойдемте, их уже дофига внизу. Да все, это уже их 13 там, пацаны. Да ну! Танк где-то, не вижу только его где. Опа, вот. Вижу. Обосраться. Бегу. Я упал вниз. Так, я ничего не понимаю. Я танка качу к себе, поэтому... Ух ты ж, ежик. Аптечек здесь уже нет, ребят. А, вот они, вот они. Они по центру, на прилавке. Схавал одну. И патроны. Давайте в центре внизу встречаемся. Да. И... Танк Отстите, на меня. Пожалуйста. Совсем другое дело. Танк меня... Меня... Пожалуйста, дайте мне подхилиться, я вылез. Так, я вижу. Поднимаю. Справа сними. Я потом... Сними справа, говорю, зомби, ну я ж... Убил, убил. Да поздно ты убил, он подбегал полчаса. Взрывчатка есть. Три канистры из 13. Хромает, да? Давайте. Сзади, сзади. Аккуратно. Я с танком дерусь. Так, давай, лечу тебя.
Давай. Лечу, прикрою, один зомби сейчас ко мне подойдет. Вы танка не убивайте, ребят, просто кайтите его. Сейчас же зомби не будут спавниться из-за этого. Точно, можно из-за юзать имбу. Один просто убегает от танка, да? Я просто канистры пойду пытаюсь потаскать. Как спуститься вниз? Что-то зомби заспаунились. А, вот и вижу. Походу здесь это правило не а работает. А где танк-то? Я убил его, наверное. Где танк? Поднимите меня, пожалуйста. Господи, на непонятно. Я вижу. По него роб поднял. Походу танка я гуфнул. Меня я танк накрыл или... как-то. О! Меня захватил. Жакей. Понятно. Спасибо. Ребят, тут, короче, они новые спаунятся, нифига это не работает система. Так, к сожалению. Там аптечек даже. На самом деле спаунятся они не так много. Надо было больше. Заходить за прилавок. Вот, пух, если он будет заходит, возможность. Да какая разница, просто там удобней. Там за сзади зомбаки идут. И кто-то рычит. Давай, танк, я. Танк защищаю. Вообще наверху. Вы видите, где танк вообще? Я защищаю, по нему воскрешай. Потом я лечусь, а потом танк идет, кстати, где-то. А вот он здесь. Уже. Понятно. Он на первом теперь. Танк уже за прилавком. Короче, ребята, танк запрыгивает на самый-самый-самый верх и оттуда раскидывает эти свои фигни. Учитывайте это. Ну, на самом деле получилось неплохо, то есть мы влили 4 канистры, осталось еще 9, правда. Против танка точно не работает вот эта тупая, блин, дробаши. А, ты про это? Ну да. ДК... Его надо как-то по-другому. А я сюда не могу, здесь не могу остаться. Бонич, ты бы это, не торопился? Там ребята еще стоят в самом начале. А я не могу здесь остаться, а вы без меня уехать можете? Нет, по-моему. Зачем? Ты очкуешь, что ли? Я отсюда бы со снайперки сливал тут тонны вообще. Бонич, своих? Тебя тут минуснут сразу же. Да. Дайте попробовать. Да не закроется дверь просто. Так, какой план? Третий этаж, дырка, вниз, канистры со второго. Ладно, у кого есть идеи? Я предлагаю подвое ходить все-таки. Да какой-то хаос, если подвое, потому что ну не прикрыть нормально, если ты одного понимаешь. Ну я сейчас в одного... 4 канистры успел влить и еще одну достать. Ну потому что все остальные нас били, БСП. Нет, там танк только был. Ну смотри, ситуация. Твой тиммейт лежит. Ты его должен поднимать. Третьего, четвертого человека нет. Твои действия. Ну по идее надо сначала волну попытаться минуснуть, пока он отстреливается. Она все время спаунится. Она не все время спаунится. Когда ты с канистры уже работаешь, то уже все время. Давайте сразу нижний зальем, а? Пока тихо. Зачем? Пока тихо. Не-не, надо сверху начинать. Я на Понял, сразу убежал. Танк появляется. Понял, вот ты зря бы так далеко убежал. По нему же сразу танк появляется. А... Из-за канистры? Да, походу. А как да. ее залить? Интересно, скрипт. На Е. Окей. Миша, пойдем с тобой. Пойдем, пойдем. Сразу встречаем дверь эту. Да, там в том-то и дело, что может и не будет никого. А как-то никого. Вон они стоят. Есть. Там. Бросай ее, бросай. А, там есть кто, окей. Сзади еще. Зад прикрою. Ой, тут чарджер. От этого никак не увернуться, да? Нет, ты можешь альтернативкой его встречать вообще, чарджера. Я упал вниз, ребят. Упал? Я упал вниз. Не вижу. Ну, в смысле, на второй ярус. Видите меня кто-нибудь? Вижу пуха. Ладно, я пока буду тогда скидывать тут. Пуха, да пошли вы... Ну меня окружают просто и все. Да, это такая игра. Я прикрою майкер. Там нам канистры, поэтому кто-нибудь к Мишкеру идите, а я пойду канистры возьму. Лечитесь, как спуститесь. Понич, иди к Мишкеру, а я за канистрами. Давай. Лечитесь. Ух, пойдем. Иду. Бонич, мы с тобой. Что работаем. Делаем? Справа выбегает. Проходи сразу же. Да проходи, ну. А, я вижу. Я по себе постреливал, прости, пожалуйста. Да там вообще не вариант. Да невозможно двигаться просто и все. А, еще жаке здесь. Нет, разделяться плохая идея. Два в данном нравится. Бежим теперь за ними резко. Погнали, им помню. Не хватает у нас скилла, чтобы. Ладно, погнали, БСП, я спасу их. Кто меня по. О-о-о. Понятно. Ладно, спасай их. Я уже скорее всего. Да.
Жакей? А чё, Бонич сдох? Да? Жакей, да, Бонич сдох. Не оставляйте меня. Пипец, танк, я слышу. БСП тоже танк у машины сейчас. Это как? А, вкололся адреналин. Ладно, я согласен с Мишей, под выходить не очень. Где? Тупая идея. Давайте не будем канистры. Может, это совпадение, конечно, но... Давайте, давайте сразу нижний загрузим. Давайте еще, не, еще они раз проверим. Агресса на заправку канистры. Нет, понятно. Ну агресса на то, что танк появляется, я не верю. Понимаете, мысль о том, что сбросить сверху все канистры, я думаю, пришла в голову всем, кто отсюда, кто здесь играл. Не, ну, нам поэтому считать, они наверняка что-то от этого чита перестраховались. О, я увидел артстоцку наконец-то. А ты можешь бобра поставить вообще-то? Серьезно? Ну, если да. Ты его... Ну да, я думаю, что просто. Ты думаешь, она сама определишь? Ну, а вдруг? Так. Давайте. Кстати, внизу еще есть оружие, которое... Ну, которое может более подходить. То есть, если сначала не проперло с пушками, то внизу может быть, например, более крутой дробовик. В частности. За стойкой. Так. Это значит, она где-то здесь. Но... Мы просто возьмем ее и уедем из этого кошмара. Итак, план А. Найти эту машину. Так, заткнись уже, Рошель. Ты что, как сделаем? Как... поначалу, да? Я думаю, сначала верхнюю все-таки. Нижний мы в любом случае всегда успеем, тут есть место для маневра. Сверху, наверх не очень хочется ходить, сейчас скажу. Здесь пушки лежат, смотрите. Ну вот, дробовик более классный. И аптечку надо было мне сразу взять. Там уже сзади товарищи выходят. Какая разница? Вон чарджер там уже. Нам удобнее, просто удобнее забираться, потому что здесь узкие лестницы, проходы и так далее. Это может нам пригодиться. Проще. Пригодится кому-нибудь. Чарджер идет. Да как? Все. Ой, я упал хан. Не случайно. Блин, в БСП попал. Кажись. Пацаны, чего? Пацаны. Случайно. Что случилось-то? Кто-то я упал вниз. Я вниз упал случайно. Там толстяк пытается выпрыгнуть. Смотри, Бонивур, спаси меня. А как я? Аккура... Блин, сзади. Там канистра, не попадите, пожалуйста. Я вижу. Сейчас я быстренько спрыгивайте. Аня, не спрыгивайте. Пух, пух. Я прикрою тебя. Пытайся выйти куда-то к нам. В смысле? Ух. Не пугай так, пожалуйста. Почему? Нам потому что это канистра нужно. Еще на этаж. А-а-а, я спрыгнул. Мне нужен еще один человек. Бонич, иди со мной тогда, быстренько. Где-то есть, иду. Так, а может действительно здесь мы с Пухом пару канистр оформим? Я за тобой. О, Лимонтьев, красава. Да-да. Давай, Бонич. О, тут две слизи. Бери и кидай вниз. Кидай. Инста кидай. Просто сразу же. Что делаем? Отлично. Не очень она работает. Я кинул слизь. Кинул сейчас. Сейчас должны они... Пошел БСП. Еще одна агрессия. Че сзади там? А, вперед идем. Они, кстати, сейчас должны... Я все скинул, все. Давайте, Бонич, идем с ним теперь. Спускайтесь на... к нам, короче, на второй прямо по этим лестницам, да, Серега? Нет, 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 вот здесь падать. В дырку там. За БСП иди. Договорились. Смотри, сколько тут канистр, реально. Да. А тут есть. Халява, кстати. Бонич, мы с тобой держим. Рандомно. Держим. Пацаны, так. Реально, нам все, этих канистр хватает. А у вас есть что-нибудь кинуть вниз, нет? Есть. Да, а, все, нет. Вот. А, у меня клоуна, есть, могу кинуть. Пуха. Только не зеленку. В, не в канистры, я умоляю. Так, не теперь нужно принять решение и спускаться вниз. За БСП. БСП, видишь лестницу? Здесь тупик. Сюда не нужно. Прямо направо и вниз. Потом идем к прилавку. Лечимся. Заливать начинаем. Да, да, и начинаем заливать. Заливайся сверху, погодите. Ё-моё, они подходят. Все, она упала. Стяк. Наверх, наверх. Плевальщица. Тянут, тянут меня. Я уже внизу, ребята, я внизу. Всё, бежим. Нет. Серега, я с тобой, давай. Все, я тоже внизу. Плевальщицу вижу. Блин, далеко она, трындец. Попробую подойти поближе. Вон она. Да. Она. Ох ты. Нет. Я помогу. Она в этом, в лифте была просто. Все, я убил ее. Так, ребят, я хиляюсь на стойке. О боже, кто Макмолотов кинул?
Мне там кто-то по канистре попал, видимо. Охренеть, там столько канистр был. Танк, кажись. Танк сверху. Да, он, кстати... Я его растащу. Поехали, давай, поехали, давай, работаем. Все? Это чарджер был. Волна! Бонич, ты бы спустился оттуда бы? Опасно стоит. Здесь вообще с пухом у нас хорошо. Да кто? Боневура убили. Бонич, вот когда говорю спуститься, это не значит прыгать на меня, когда пацаны, я стреляю. Ну что, давайте, внизу халява. Отстреливайся. Короче, я пошел заправлять тогда. Давай, как заправляй. Как это делать-то вообще? Как заправлять? На Е. Подходишь, видишь, где бензобак. А, берешь канистру и на Е. А, еще нужно держать? Да. Да. Охренеть. Давай, давай, я сохраняю тебя. Первый. Давай. Второй. Вообще можно, Серега, можно, наверное, с дальних начинать, Майкер. Хотя нет. Третий. Громилу слышал. Танк. В смысле? О. Где он? Понятно. Танк. Где? А, все, у меня вон отсюда. Оружие. Вижу, стреляет. Охренеть. Охренеть. Мы его за прилавок раскайте. Майкер. Жакей сверху. Ой, хан, убил. Где танк? Ко мне, по-моему, я идет. Не вижу. Нет? Пипец, не вижу. А, извини. Зомби. То он вы рядом был. Танк идет ко мне, ребята, я его отманиваю. Давай, Майкер, я тебя резко, да? Хилим. Танк сзади, аккуратно кидает, стреляет. Давай, блин, ах ты. Что мне делать? Слизь еще. Блин, я умер, скорее всего. А на танка слизь работает? А у меня минус все патроны. Патроны, аптечки, канистры, все было за информейшн, за стойкой. Я не знаю, зачем вы там стояли и стреляли. Мне нужна помощь. Бонич, я вообще не знаю, что ты делал на лестнице. Все замечательно, здесь все есть, понимаете? Здесь есть патроны бесконечные, здесь есть пушки есть, аптечки есть, все есть. Танка за прилавком раскатить можно, наверное. Да, вокруг бегать можно спокойно. Все нормально, сейчас сделаем все как надо. Воскресите меня, 176. Я за прилавком. Я, ну это вам легко говорить. БСП на наверху. БСП. На твою мать. Да кидайте же пайпы, что вы на них смотрите. О, бразер, ты подумай сначала, прежде чем говорить. У нас весь первый этаж засыпан канистрами с бензином, который нужно залить. Какие к черту пайпы? Не, можно кидать за машину туда, вот где я только что был. А, ну учитывая то, как мы кидаем. Короче, пацаны, на самом деле, наверное, надо не через, через третий этаж, а через второй делать, потому что на втором дофига халявных канистр. Дело, может там быть по одной канистре. Они же рандомно появляются тоже. А-а-а. Понял. Ну ладно. Пайпы не поджигают канистры, а только молотовы? Откуда такая инфа? Вообще, я подумал... Не знаю, пацаны, все пробуем. Они такие, слушайте, а давайте попробуем канистры пайпом поджечь. О, не давайте, можем... динамит не взрывает вообще, да. На тебе, жердяй. На тебе. Жердяй. На. Мне угорает, что столько канистр надо потратить, чтобы заправить бензобак этой сраной точилы. Да. С нами же жердяй едет, поэтому надо много бензина. Это берем или нет? Ладно, сами решайте, в общем. Да ладно, сразу, да. Пушки. Вот здесь, да? Аптечки. Вот, вот эта точка. Все. Это наша ключевая точка, когда мы все посбрасываем. Да. Там сзади плевальщица. Можно вчетвером просто держаться. Плевальщица, у кого снайперка, может быть, есть. Но это уже не важно. Так, не разделяемся. Много хила, здесь столько ништяков вообще. Тут... Есть. Я держу проход. Беру. Есть. Какой проход ты держишь, Бонич? Задний. Это очень хорошо. Да, как? БСП, ну чего ты, зомбак. Ну, если вплотную, пользуйтесь оглушением, если риски есть. Сейчас будет сбоку. Офигеть, три зомбака, уже проблемы с ХП у нас. Грамотные позиции заняли. Душит меня. Ну давайте, твари, идите, хватит. Опа. Меня курильщик, бы поднять. Курильщик, плевальщик. Плевальщик, курильщик, да. Снял жакея. Я еще на что-то сгожусь. Все живы? Залью, волна.
Перевязываюсь. Мишу, охраняйте кто-нибудь? Пошла вон. Давай, Майки. Сказал, пошла вон. Черт, беда. Миш, ты не успел перевязался, отлично. Только-только. Я тоже перевязываюсь. Вовремя, конечно, блин. Майки, разыщай тебя, лечись. Да я уже полечился. Все, пойдем. Все, готов. Готов, две БСП. Канистры. А, видишь, одна канистра. Держу. Здесь вообще. Нет, не одна, одну сзади. Я скинул уже. А, присядь, БСП. Готов. Так, теперь в дырку падаем, да? Ага. Пацаны, их тут очень много. Да. Да, блин. Я ж тебе... А куда вы пошли, ребят? Там зомби были. Кто там? Вынуждены были. Боневур, ну ё-моё. Я упал вниз. Узкий проход. Помогите мне! Я на втором этаже, короче. На помощь! Майкер, я со второго этажа вытаскиваю канистру. Помнишь, где мы были с тобой? Ух ты, зря там один так. А меня, я упал, помогите, меня сбросил. Я лежу. Бегут, волна, судя по звуку. Послушай, нам правда пора идти. Вставай. Танк. Да как? Не успею, блин. Блин, я боюсь туда стрелять. Все, пух, мы прощаемся. Спасибо. С тобой. Не, вы меня уже не найдете. Вниз падаем. Я далеко ушел. Здесь молотов. Кстати, лишний. Есть более удаляющий какой-нибудь? Сзади. Да, проходят. Забираются еще. Надо до аптечек добраться. Они есть в большом количестве. Занимайтесь канистрами, я отстреливаю. Жакей. Танк, ребята, здравствуйте. Так, нужно отсюда валить. Просто валить. Ну, ясно. Как и все валить? Трое в одной точке. Привет! Я предлагаю на сегодня закончить уже. Давайте ластрай. Да я давайте резну ласт... всех без проблем. Читами. Он сейчас догорит. Он сейчас на тебе догорит. Не знаю, так, а где же мои союзники? Ой, опа, здравствуйте. Как вы видите, на этом уровне не работает ваша магия о том, что когда появляется танк, да, когда это, никого нет. Прохладно, это уже был совет в свое время. Мы на этом потратили нервов. Ладно, возьму снайперку, она меня спасала много раз. Идем, парни? Да твою мать, ты откуда здесь? Ну зачем ты в меня стрельнул? Она да была оглушена. Я даже не знал, что ты там. Ты похож на зомби. Так, я могу сейчас Боневура в глаз ему. И снайперки, дай-ка. А у меня есть идея. Помните рекламные плакаты? Опа. Снимитесь на фоне машины. Это значит, Майкер, смотри, вот я на твоем глазе сейчас. И уедем из этого кошмара. Итак, план А. Найти эту машину. План А найти машину очень сложно, когда она стоит на подиуме. Я работал в Макдаке до этого, Бонни, ты хочешь меня. Боневур, хватит патрон тратить. В латиноамериканском Макдаке. Здесь есть оружие. Эй, уже бегут. Есть аптечка, если... Наверх, ребят, все наверх. Нам нужно как-то, может, держать... Откуда они... Вот нужно понять точки, где они спаунятся, и просто туда простреливать. Из дверей. Чаще всего из дверей. Тут чарджер, по-моему. Срочно нужна помощь. Я держу зад. Держи. Сзади зомбак сейчас станет. Угу. Какой топор к чертям. Ну, ладно, хорошо. Подержи, пожалуйста. Держу волну сзади. Падешь. Ой, кажется, как кто-то из серьезных. Охотник. Мочи. Спасибо. Не, тот, кто сказал, что снайперка говно, он вообще не играл в эту игру. Тоже взял. Она вообще тащит. Смотри, она зависит просто, видимо, от... Просто здесь все простреливается. Минус. Да не надо даже в голову, она ваншотает. Просто ваншотает стандартного зомби.
Так вы со снайперками, что ли, все? Я, да. Я с топором. Ну, это что-то среднее между снайперской винтовкой и пулеметом. Я держу. Держу сзади. Я держу, ребят. Сзади. Понятно. Я сзади держу, ребят. Вот так и нужно нам работать. В одном проходе. Кто? Ну, отлично. Как они прорвались? А тут много их. Очень. Блин, по Бонивору попал снайперка. Пусти Бонич, поднимаю. Вот так вот бежать и проходы на изичах можно вообще. Иди к папочке. Ну, БСП, ну килис. Хилис прикройте. Я лечу. Погодите секунду, я подлечусь. Вот и я про то же. Так, спускаемся на ярус через дырку. Через так, дырку. Так, волна. Отбились. Прям по курсу. Вас сзади ребята еще там бегут. Да, я отобьюсь сзади. Ух, давай зад держи. Да. Держу ваш зад. Одна прыгнула к тебе, доска. Не вижу никого пока еще. Отлично держу зад. Сзади очень много. У меня тут чарджи. Просто мой зад чувствует себя в комфорте. Ой, там охотник прыгает. Да, охотник. Спасибо. Перезаряжаю. Еще волна. Это двое вроде просто. Так, БСП у нас внизу уже, да? Угу. Прыгаем вниз. Кстати, я адреналин этот сожру, этот возьму. Все, два молотова есть. Идут. Что танк, дальше? Танк, ребята. Печаль, беда, огорчение. Танк где? Вижу. И курильщик меня притягивает из-за двери просто сразу. Оу! Неплохо. Ребят, я должен в аптечку взять. Пух, тут понятно, тут курильщик жокей, но вам уже не интересно. Ребят, поджог я танка, я поджог танка. Танк идет подожженный. Мало у него ХП, скорее всего, потому что я выстрелов 15 и в него выпустил. О! Бонич похилялся. Если меня арестите, пожалуйста, тут аптечки есть, тут все круто. Кстати, интересно, где здесь срезать можно? В какой комнате? Фуй! Я думаю, тут нельзя и нет смысла. Я ожидал всех, но не танка увидеть около себя. Я тебе за 2-3 секунды до твоего удивления сказал, что бежит к вам танк подожженный. Ребят, все, я закончу на сегодня. Эй! Че, эй? Так мы никогда не пройдем. Час ночи, Миш, я хочу спать уже, я не могу, я рефлексы затупленные. Ладно, давай последние два раза. Все, last try, да, давай. Последние два раза, и потом еще два. Если попрет. Сокол Warcraft играл. Знаешь, что такое last от Сокола? Так, кто сзади? Бейсболистка юная. А я кем был? Сутенером, да? Не знаю. Ну, если ты из Макдональдс, то я кто? Майкер. Смотри, сейчас, подождите, я его там пропишу товарищу. Товарищу стримеру. Стримеру? Ну да, он пришел, что-то скинул ссылочку на свой канал, такой красавчик. Ну-ка, попозируй с винтовкой, я надпись на винтовке пытаюсь поставить. Давай, давай. Стой на месте. Да не, в другую сторону посмотри. Volkswagen у него написано еще на прицеле. Стример с Фивы, весел, наверное. Ну теперь он 30 дней будет рекламировать. Своей маме лично свой стрим. Мама, мама, я стримлю. Будешь вторым зрителем. Первый-то я. Здесь есть аптечка. Ты херню взял вместо дробовика. Ой, я по пуху прошелся. Ну хорошо, что промазал. Я позаш. Так, ребят, держим направление. Давайте, я зад держу. Какое направление? Да, кстати. Я зад держу, давай. Тут из двери. Нет, давайте я вот эту дверь держу. Я дверь держу. Вот эту вот дверь, с которой точно пойду. Я присмотрю за БСП, возьму вторую канистру. Ой, тут есть зеленка! Зеленку возьмите кто-нибудь. Кто-то умер вниз. Упал, да? Ага. Канистра. А, канистра точно. Осторожно, идут. Жокей. Я держу. Супер! Как так вышло? Вообще. Справа. Справа дверь сломается. После того, как примем волну... Ой, тут чарджер еще. Пипец. Там еще нужно спасти... Там... Эй, я перезаряжаюсь. Продолжают идти. Это все там. Это ГВП. Ничего не все. Прикрываю.
поможет. Нам здесь нужно четко расставиться так, чтобы каждый крыл направление. Сейчас опять получилось так, что откуда-то прорвали. Давайте я. Сзади, 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 обернись, пух. Помоги, пожалуйста, этой. Вот тут и спереди, майкер. Понятно. Пинают. Да что ж вы не отталкиваетесь-то, гады. Так, да ладно, полечить Бонивура, Бонивур лечится, полечить БСП. БСП, иди сюда. БСП. Дай-ка я подлечу тебя. Мы же ну, что, зеленку в следующий замес кидаешь вниз, окей? Ладно. Все, я сел, держу мост. Окей. Сзади буду. Да я могу зеленку прикрываю. Не надо зеленку кинуть. Здесь я мост держу. Готово. Со снайперки? Да. Надо реально, чтобы ты стрим включил. Мне интересно даже, как это выглядит, как ты держишь мост со снайперки. Как по тому чуваку, наверное. Оп, сзади. Волна. Сзади, аккуратно. Сзади. Аккуратно. Аккуратно сзади. Я надеюсь, что меня сзади сейчас не захерачат. Нет. Понятно. Хила нет ни у кого. Пипец, у меня весь экран в кровище. Чересчур даже как. Из глаз? Жокей. Жокей. Так, теперь падаем вниз, получается, да? О, там хан. Ой, нет, плевальщик. Короче. Все, курильщик. Тьфу ты, блин. Че, кидаю? Нет, пока нет. Курильщик и глотальщик еще. Ой, да, кидай, кидай лучше, кидай, я чувствую, сейчас побегут. Кидаю, да. Все, кинул. Оу! Чего там? Кинул, все, все. Ребята, танк, а нет, не танк. Ой, сзади плевальщик и волна. Плевальщик минус. Давай. Чарджер! Я минус. А защищай бы не. Там никого нет дальше по курсу. Не вижу, по крайней мере. Спасибо. К БСП сейчас по фасту. Иду, иду. БСП, я около тебя. После этого спускаемся вниз, идем к информейшену. Да? Гоу? Да. Вон еще да. Канистры на втором этаже, можно туда. Майкер, опа, идут, 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 идут. И хант, хант вроде идет. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Так, хант. Я, наверное... Сзади, Серега. Я вижу. Перезаряжаю. Так а чего, куда мы идем? Вот за мной. Понял. Не знаю, я бы вниз пошел. Я бы тоже пошел. Опа, тут меня взяли. Короче, забей. Вернитесь, пацаны. Помогите, помогите. Сзади, сзади, сзади. И толстяк еще. Не вижу где. А вот он идет. Нет, не он. Да, он. Короче, толстяка сняли. Мелких вроде тоже вы сняли. Вроде бы. Защищай, БСК. Пытаюсь. Сзади, сзади двое. Сзади. Фу ты, ё-моё. Ох ты, чарджер еще унес. Давайте вниз как-нибудь. Классно. Давайте. Сзади лечите. Еще. Кажется, танк, танк. Танк, ребят, всем привет. Решайте быстрее. Зовут Медвед. А, понятно. А, вот он где. Да. Я так. Удивлен, что меня не с первого удара убивают вообще. Чем больше вы канистр скидываете, тем больше волн одновременно идет. Танки тоже по скрипту на определенное время. Ой, можно... да ну пожалуйста, дай похилиться! Да какая разница. В определенный момент встать на двери, когда ее ломают, бить топором через дырку. Понятно, в общем. Полезный совет. Неплохая очередь. Мы же эту игру только делаем, что сражаемся с дверями через дырку. Просто вот каждые 2 метра двери через дырку лезут. Просто вот... От этого мы и умираем, пацаны, вы не заметили? Эй, братан, нам пора. Дырки нас убивают. Давайте, за меня бот поиграет пока, я пошел спать, в общем. Давай Last Try, выспай. Я класс. Уже вышел давно. А, он вышел, ну все, тогда тоже выхожу. Ну что ж, подписывайтесь на канал, чтобы получить уведомление, когда же начнется следующая часть Left 4 Dead. Сегодня мы прошли. Подписывайтесь на канал, чтобы получить фу. Да, да. Не рекламируйте Правильно. Свой канал на странице другого канала. Абонемент это на Фыву на месяц, ребят. Бесплатный, да? Да, бесплатный. И бонусом еще 5 дней бана на все чаты после окончания Фывы. Персонально от Майкера. Персонально. Он вас найдет и
обязательно угостит. А там, Миш, ты склеишь эти две части или куда просто... там? Я вообще водами не занимаюсь, все автоматически выкладывается. Понятно. И склеивается? Склеивается. Мне кажется, что какой-то негритенок раб сидит в каморке. Бонич, Бонич, ты в курсе, мы взяли интервью у создателя «Шести ночей» в Чернавском? Знаю. Интервью из дурдома называется. Знаете, как наш стрим назвали? День сурка на ГГ. Ладно, завтра я эту запись, кстати, выложу. Кому интересно, послушайте. Очень интересные истории. Ладно, все тогда, я отключаюсь. Всем спасибо. Нет, Серег, давай, настройку, срочно. Тем временем новость. Сливка покидает Virtus.pro. Да, я уже прочитал. А StarCraft он покидает когда-нибудь? А куда переходит? В клан Завод называется? Или как, какой? Блин, что такой злой. Ну, потому что StarCraft же умер, вы не слышали? Мне, блин, мне дедушка, я думаю, Blizzard... кто комменты такие пишет на форуме? Вот он, познакомьтесь, пожалуйста. У меня дедушка просто в Blizzard работает, и он мне только что написал, что StarCraft умер вот буквально ночью, не спасли его. Сколько он там работает, интересно? Он там работает с рождения. Может, он его убил, этот StarCraft? С 37-го года. Ну, говорит, дедушка случайно что-то не то съел StarCraft, и ночью стало плохо. Как бы приехала скорая, там все, но не смогли откачать. Дефибриллятора не было в нужный момент. Господи. Так что не устанавливайте StarCraft, ребят, извините. Но... Играйте в дотку. Дотка будет всегда жить. Кстати, давайте сразу решим завтра, кто-нибудь может завтра или нет? Ну, могу. Думаю, днем можно, наверное. Я с мамочкой завтра. 10 вечера. Я с любимой мамочкой завтра буду. Но я буду бухать пиво. Ой, нельзя. Фу, безалкогольное, в смысле. И смотреть «Ходячих мертвецов». То есть считайте, что я с вами. Ладно, тогда зову завтра всех на Good Game Live. Слушай, с мамочкой. Чьей мамой, спрашивают сейчас. Бонич, короче, ты продолжаешь лолом, да? Макер доты сейчас, нет или как? Естественно. Ну все, давайте. Я только покушаю сейчас. Все, ладно, давайте. Давайте, всем счастливо. Спасибо, краба, да. Давайте. Так, еще не закончился стрим. У нас есть продолжение. И вопрос, что мы делаем дальше? Это дотка православная или ФФА? Голосование есть в чате. Оно номинальное, все равно я все сделаю по-своему. Так что голосуйте, как вам подсказывает душа. И не... Все равно все тлен, все зря, и Михаил все сделает по-своему. Я вернусь через 2 минуты. Ну что, отлично. У нас победила практически дружба. 47% на 53%. Либо Dota, либо FIFA. Окей, окей. Голосовать, кстати, можно в чате, но не путем тыкания или написания там в чатике там Dota, FIFA. А вот наверху есть такая иконочка голосования. Там можно тыкнуть и голос отдать свой. Переименую сейчас. О, спасибо. Мне тут фрутинг подогнали. Холодненький, вкусный. Спасибо большое. Хорошо. Так. И учитывая то, что большинство пишет ФУФА, начнем мы с Доты. Потому что просил как людей, а зафлудили ФУФА. Поиграем немножко в дотку. А там, если настроение будет, естественно. Только если будет настроение. Да, точно сыграем в FIFA. Что, не верите? Да изи. Слушайте звук. Сейчас будет.
Какие несдержанные варкрафтеры оказались. Сейчас еще пару фыф. Так что ж ты не запускаешься-то? Как же быть? Звуки не работают еще. А, да, я выключил жжж. И будет стоп-старт стрима для того, чтобы на премиуме картинка была Full HD и, собственно, 30 FPS. Так что не переживайте, будет плановый гуф. Дот, когда ездишь? Вот, кто-то там в чатике поддержал. Стоп-старт.